Давайте Магнитаса. Обязательно тоже, конечно, через купи-код куплю себе Tekken 8. Топ-16 уже, ничего себе. Ну, конечно, тут, в принципе, без сюрпризов. Микей на Брайане. А Битерс на Фэнге-то вчера как щеголял, так и продолжает на нем и играть. Ну что, сейчас пойдет размеренный бой в стиле Мики? Как думаешь, Зератул? Или как-то Битерс навяжет ему другую свою быструю игру? Мне кажется, что Битерс здесь на Фенге вполне себе может агрессию определенно навязать. Очень хороший у него этот боец поставлен. Я думаю, что практически весь турнир он на нем отыграет. Возможно, там какие-то ситуативные пики на Стива, вот, на Зафину. Хотя Зафину я с миллион лет вообще от него не видел. Возможно, переключение на Стива. Может, там еще какие-то заготовки непосредственно под этот турнир новогодний. Будем посмотреть. Ну и... Главный вопрос, в какой форме у нас сейчас находится Микки, игрок души, он, скажем так, вот, очень зависящий от настроения и его поддержки, поэтому поднимите, пожалуйста, в щиты в чате те, кто болеет за наших кибератлетов сегодня. Вот. Ну, Битрес пока, так сказать, фэнк игру показывает, все типично, просто супер покинг, очень много на заходило, а ты вейдил, он там 3 плюс 4 Брайана красивенько, а ты вейдил на джагл, да, ну, сейчас... Плечишки, да, все, в принципе, по стандарту работает Битрес, и начинает Микей, как бы, да, в его игру играть, тоже отвечать ему, стараться. Отличнее шипанишь здесь, на эту лол, ДБ-3 очень огромный минус, филигранная доводка, урон здесь максимально, попытка пробить еще по лежачему, ну, успехов не увенчалось, тем не менее, дэмэджа много, нанесено достаточно много, попадает второй удар, вроде как Битрес отстепил, попытался уже что-то нажать, но Микей успел его перебить здесь. Орбитальчиком оборонительно на рейнже, закрывается и это лоу, дальше ДФ1 пробивается, конфирмится, что попало в хит, пробивается Трингу здесь Микей, да, очень неплохо действует, опа, Битрес, ах, это каратистские удары пошли там на голове, как монахта прыгать, всякое, что-то со спины хотел подразвести, но успел Брайан его оттуда вывести. Спейсинг, отличный сайдстеп здесь. На армор Брайановский. Ух, не зашла. Верхний удар. Ой, сейчас будет к стенке-то работать. Да, вот этими ударами дальше не было наказания. Здесь хотя опасно, на самом деле, добла лезть. Там мог быть и вейд. Не знаю, локоть бы это вейдил или не здесь. Сакеркик заходит в цель. Начинается стол. Поистик небольшой. 20 секунд до конца боя. Буквально на пару тычек, на одну-две комбы. Жизни у ребят. Ярости пока ни у кого нет. Время тает. Микки у стенки находится. Выходить некуда. Попытался стрельбу через зрение. Вот и включается. Ярость сейчас. ДФ1 попытается. Понт хит не добивает. Битрес здесь промахивается. Сокер кик здесь. Рейдж драйв летит в бой. И unblockable. Он забирает этот раунд здесь. О, круто так было. Да, вот он взорвался ты под конец. Нормально так. Понизу нет. Ой, контрхит. По седой репе монаховской прилетел. Где брат, это тоже седой. Будет ли доводка? Доводит, конечно, осторожнее. Сейчас Ниган выползет, побьет вас битые, ребят. Ой, этот... Ну да, стены не было, поэтому не пробил дальше. Но пока что Микки выглядит очень хорошо. Бьет со серьезные проблемы здесь, он в углу. У него одна тычка буквально остается. В4, рейдж дрововая. И да, и комбит, ну, с этой ситуации тоже отличная оптималка. Дальше продолжает атаковать, но кривой волсплат все-таки не позволяет, да. Предпочитают брать стандартные пресеты, все-таки у нас более киберкатлет профессионалы перестраховываются на всякий случай. Ну вот, да. Но если вдруг у кого-то есть зачетный кастомайз, то это можно выкатить. Ну вот, там и стандартных кастомайзов хватает, что-то выбери. Да. Стандартных кастомайзов тоже достаточно для того, чтобы там повыбирать, там, вроде там ничего не придумать. Но Битрес пока, смотри-ка, вернемся в бой. Битрес очень неплохо начинает первый раунд. Плечища, конечно, гарантированно здесь. И да, раунд первый он забирает. Все постейпил, все наказал, напокал. И, в принципе, вот жизнь-то и кончились у Баряна здесь. Контр хитяра просто в челюгу прилетает лютейшим коленом своим роботизированным. Подвырубился. Фэнк встал, полстроки уже нет, надо что-то делать, возвращаться как-то. Пытается с башки, да, на плюсах, пытается что-то сделать. Ну, Брайан отбивается от него, посмотрите, просто запокер. И тут наказывает еще и профит на максимальное. Б1 здоровья практически нет, да. И одна тычка, цели своей достигает. Чпэнк, и Фэнк уже подвырубился. Дальше что будет? Фэнк что-то немножко аж встал вначале, не стал двигаться. Так, Барян куда-то убэкдэшивает. Наказали на 10 за эту вещь. Еще и дальше пинанули. ДБ3 залетело здесь тоже хорошо, но не в контрхит. Пока неплохо от Битреса. Пок, игра срабатывает тут. Поки-поки. Дальше продолжает давлеть, продолжает атаковать. Немножко в ответ Микей. Поднапихал ему слегонца. Ну, не так уж сильно, что... Ой, господи, развернуло как... Ой, еще и так хотел он ему. Ну, в конце была наглость, конечно. Паниш здесь. Разводки со спины ни к чему не приводят. Тихонечко поки пошли. Здоровье, в принципе, на равных дерутся. Ребята, по здоровью практически одинаково у обоих. Там первая ярость включается...
У Битерса как-то ли будет он плечичество или что-то делать, 15 секунд на конце боя становится, вроде как крадется, подкрадывается, ярость включается Брайан, но бьет ну боже, вот именно из-за того, что включилась ярость сейчас, Микей смог забрать этот раунд, потому что дэмэджа хватило вот именно под яростью, но то, чтобы эта комба убила, не было бы ярости, не убил бы. Медовая вариация, не садится Микей. Конфермит ДФ1, продолжает постоянно дальше, если видит, что если блок попадает, не продолжает. Вариант, ой, как прилетело смачно, Боря-то сейчас. Снег аж увалился, там нормально так комбина сняла. На тебе еще ладошка, не было гарантии, какая-то сетап какой-то был, или что, как будто дебаггер попытался сейчас сделать, его специально битер запорол, тут же наметил, там какие-то вот для этой ключи. Матчпоинт сейчас для Микея. Очень опасная ситуация. А, наносит все-таки дэмэдж, забирает раунд, не дает выиграть себя так просто. Говорит, постой, постой, я еще здесь, я еще на лодке, мы плывем пока с тобой, братан, под захватом. Попытка хорошая была наказать, но получил сам паниш плечищем. Шнобель свой баранинский налетает снова на ДФ1. Фэнк эвейды какие-то пытается сделать. ДБ3 безостановочный покинг по лоу продолжается. Дальше лоу атаки просто нон-стопом. Здоровье у Брайана тает. Вообще его практически уже не остается. Просто один за одним град ударов летит. Все, залетает хит, забирает раунд. Просто вот этот, вот это все как будто ступор такой небольшой. Да, он такой, ну, не ожидал современного геймплана оппонента, возможно. Ну да. Но с Битерсом вот тут надо быть ухвастно держать. Угу. Тем более, что Фенк опасен. Угу. Ну вот продолжается сейчас вроде как продолжение в начале по лоу было. Микей остановил его. Битрес дальше давляет. Посмотрите, просто лоу покинг без остановки. На тебе как-то такая лоу тебе под яростью. А что ты с ног-то увалился, бедняк? Ой-ой-ой, вот тебе тоже контрхитовая от Венга. И хватило здоровья для того, чтобы раунд забрать. Первый раунд за Битресом здесь. Да, есть флот, есть комбина. Конфермит, конечно, Битрес доводит до стенки. Не пробивает ее далековато. Отличный чипаниш здесь. Да, ой, ну и что? Да, кривой-кривой угол, поэтому не позволил скомбить. Тем не менее, дэмэдж там нанесен. Но не такой, конечно, какой хотелось бы. Отличный сайдстеп. Ну, Битрес тут же ладонью выстреливает. Тут же Фэнк атакует. Дальше здоровья уже практически не остается. Брайана паниша не было из-за того, что стена далеко куда-то заблудился. Одна тычка буквально остается. Рейдж драйвом выстреливает Брайан. Отходит назад, не лезет. Да, попытка вив паниша, но не успел. Точнее, отрекаивался наоборот Фэнк и успел закрыть. Матчпоинт для Битрес, да? Это вот уже буквально в противоположную сторону только что был. Буквально несколько там минут назад. И уже Битрес здесь со счетом 2-0 лидирует. Нужно Митер здесь что-то кардинально менять. Если так и дальше пройдет, то лузера его ждут в свои объятия. Да. Не наказал там он лоу. Здесь этот паниш есть на 10. У Микея уже серьезные проблемы. Стена сзади. Здоровья маловато. Но он насаживает на ДФ1 своего оппонента. И вроде как все становится на равных. Но тем не менее один жагл и он умрет. Стена точно добьет его, поэтому нужно быть очень-очень осторожным. Да. ДФ1, к сожалению, попавший в хит. О, захват! И сейчас будет метап. Так, да, лоу. Развел. Развел, да, отличный шейф. Бой, ну, блин, не получилось, конечно, такого, как вчера у нас там супер. По-моему, инфект его как раз выиграл. Второе место, по-моему, занял ОДК Гейм, если не ошибаюсь. Ну ладно, давайте не буду, пускай, наверное, чатик нас поправит. Вот. А тут у нас Лерой Смит выскакивает. Лерой. Против вот этих всяких ножей и прочих магических штуковин от этой верткой ниндзя. Ну, поглядим сейчас. В принципе, наверное, Лерой, да, все-таки более базовый тут фундаментал, что это такое, вот, типа, и поэтому Лерой. Ну, да, у него своя манера игры есть, некоторые особенности. Посмотрим, как инфект к ним готов. На ВК-плей турнир он не участвует, потому что там только для граждан России, к сожалению. Ага. Пока поки тоже идут в суперпоки. Все пока очень аккуратненько. Вот Лерой идет в атаку, но не продолжает. Наверное, смотрел, что будет делать оппонент. Залетает контрхит, небольшие гарантии здесь от куницы. Ой, отреверсил ножик этот. Ничего себе, да. Да, Лерой может себе только позвать гарантию. Ой, как сочно куница прилетела. Так выстреливает ножом синим. Ну, а в блок. Без толку. Ой, промахнулась. Да нет, это как будто специально было. На дебаггер тут спрятан. Буквально 2 тычки остается. Закрывает лоу-инфекта и наказывает, конечно. Наказывает, естественно, такое. ВСМ-4 забирает первый раунд. Тяжеловатенько, на самом деле тяжело удалось. Да, не продолжает прессинг Лероя. Налетел на ножик, есть флот небольшой, немножко дэмэджа вычленяет очка, оказывается в не очень выгодном положении. Вылетает с помощью телепортации, конфермит ее. И, конечно, тут огромное количество дэмэджа сейчас по дедушке-то прилетает. И тут еще зафлотил сейчас. Ты что, говорит, себе позволяешь? Но не было профитного джагла, из-за этого урон был потерян. Тем не менее, захватом практически добивает своего соперника. И потом еще науки его. Извини. Давай-ка 1-1, теперь у нас с тобой будет. Промахивается дед.
Я промахивается, сейчас уже куница. Отстепили ли там ее, или что-то было, или подсели, уж я не разглядел. Так, стоять, говорит дед, захватом просто в хит, молодец, почему нет, твоя же, правда, ты же хит, да? Тут небольшая разводка не удалась, поэтому Лерой быстренько наколотил по башке ниндзя этой. Ой-ой-ой, все, пошла, вертится ножом, крутится, здоровья маловато, у инфекта есть ярость, буквально отычка остается, тут же D4 после ножа, моментально вообще. Без времени на подумать даже своему сопернику не дает, просто бьет его, и все, посмотрите, все, контрит, ты что, Эшкай, разошелся-то. Ну вот эти гадкие вещи надо тренировать, чтобы защищать, да, ой-ой-ой, вот так по грязи, почему и нет, а теперь вот орбитальчик, может быть, еще один лол там мог ждать оппонент, пробивает полностью комбу, конфирмит, что зашло, и это залетело, гарантии тут. Очень много контрхитов здесь, Эшкай пропускал вот с этих нижних ударов, то есть там дамаг дезинфект забрал, 2-2 по раундам. Подкатики, багеры на рынке. Ножом остановил его издалека. Ой-ой-ой, мог быть лаунчер, наверное, нет. Нормально остановил, но не было профита. А вот сейчас уже прессить нужно продолжать, да. И угадывает АШК, что лоу будет вариация здесь. Пэри отсюда делает. Доводки нет, немножко кривоватый был полет. Но тем не менее, довел все равно до стены. Продолжает дальше прессить захватом. Одна тычка остается. Сейчас у инфекта, что же будет медовая вариация. Инфекты стрелят, трэш дайм, попадает цель. Есть волсплат, пробивается комбина на стенке. Дэмэджа достаточно много, но здоровья все равно очень мало. Продолжает дальше атаковать. Верхняя нога дебила не наказывается. И D4 тихонько Ашкай забирает. Дебагер с полэкрана, дебагер с полэкрана. И главное, она тоже работает против некоторых людей. Ну да. Как у Зератула есть канкан на Аске тоже, да? Ну да. Тоже есть такие вещи. Чтобы посмотреть, валит Сисимс у нас, да? Выпадает рандомный лоб. Господи, как он за спиной, он ему зашел сейчас. Он отстебил, получается, и DF2 еще здесь шмальнул, просто не побоюсь по слову, да, перфектом забирает первый раунд, блестящий, пользу Ашкай здесь. Ах-ах-ах, блин, и это контр-хит залетел, да что ж ты будешь делать, прям не дает подышать оппоненту своему. ДБ3 там сидел, и просто контрхит на любую вообще опцию, ни одного удара пока инфекта не нанес еще. Ашкаев, все залетает просто в него, блок закрыт, наказывает, здесь еще один перфект. Просто два мощнейших раунда сейчас от игрока на Кунимицу мы видели, очень быстро, очень агрессивных данных. Нанес там вроде что-то, да, и какую-то тычку одну, ну и что? Да ты посмотрите, что делает, Сашка, ты что творишь-то вообще? Закрывает все, абсолютно угадывает. Перри здесь, боже, пронзил соперника ножом своим. Дальше продолжает дэшиться атаковать. Эффект отбивается уже. Не может, подкат от бэкдэшил. Куница сзади спина, стена. Надо ее как-то к стене-то прижимать, да? Опять подкат, теперь сам у стенки оказывается инфект. Что же дальше-то будет? Атакует, смотрите, агрессивничать начал. Инфект не ждет, потому что нафиг уже армора здесь. Включается ярость сейчас у Ли Чолана. Будет на что снять. Подка там просто из прыжка. Рейдж драйв уже потрачен. О, так и дальше продолжается. Захват не разрывается. Умирает и так от захвата. Она еще и гарантия там ее бы добил. Так, инфекта возвращается. Минуточку. Погодите-ка. F3 стоять. Так, пробивает что-то. Да. Ой, контрхитовое ножище. Вот это очень хорошо работает она против жмунов. До стенки доводят куницу, размазывают там. Ой, ее по лежанке. Попал. Это была бы, если верхняя нога попала бы. Так, гарантия от Ашка, куда-то заблудилась. Сальтуки какие-то, что это вообще происходит? Господи, боже мой, что это? А где эти сетапов научил? Он и Rage Drive попадает в цель. Да, все-таки не потерпел немножко инфекта, чуть-чуть не потерпел. Будет на Гисе играть, конечно. Ну конечно. Без выпендрежа и без каких-то экспериментов. Это у нас еще FT2 формат, напомню. Вот. Ну а Immortal у нас игрок на Йошимицу. Посмотрим, что он нам здесь сейчас покажет на Купи Код Капе. В стадии топ-16. То есть это уже достаточно высокая стадия, учитывая тот состав участников, которые, собственно, в этом турнире присутствует, дойти до топ-16, обойти таких мастодонтов, как Строк, как Дисайпл. Вот это дорогого реально стоит. Ну что ж, поехали, погнали. Ой, ханблока был, промахнулся. Далековато слишком от бэкдэшл калибра. Наказал Шмидцу за такую дерзость сразу же. Ты чё, говорит, ханблока был меня вначале. Ой, дебагеры оборонительные, на тебе тоже по ноге. Говорит Гус, Гус, да блин, это такое. На плюсах все. Ой, здравствуйте. Еще раз флеш. Еще один флеш. Говорит, ну ж раз не получилось, второй раз точно получится.
специально ли не доделал, может быть, там какой-то вейк хотел сделать с помощью вот этой лоу, скорее всего. Налетает на контрхитовое колено здесь сейчас. Дэмэджа достаточно много, есть ярость сейчас у Калибра, да, будет ли он ее как-то использовать, уходит и шумит в сторону, не поверил, что будет лоу атака, дальше закрывает нижнюю, здесь. Назад плюс 2 здесь после этой высокой ноги Гиза. А мог реально здесь раунд забрать. Угу. Нормально, нормально. Ну, призер Кубка России 22 года. Ну, не так-то просто, конечно, у Калибра. Да, у Калибра не так-то просто забрать. У Калибра еще вот эти вот двоечки блокируют очень хорошо, которая идет медовая или хайовая, потом лоу там. Ой, как за спину зашел, куча урона. Сейчас будет здесь от Гиса еще и лаунчер. Здесь, помимо того, что напинали в спину, вот еще и залаунчили просто и за одну ошибку. Ой-ой-ой, что он перехватил флеш ему сейчас, или что это было такое, непонятно. Какой удар перехватил сейчас через свою медовую ПВ? Два уже боя забирает. Два раунда в этом бою забирает. Пытается самурай как-то этого американского 2D-шнего японофила. Ой, да DF2 его, ты посмотри-ка, поймал на DF2. Нормально, нормально нанес по белым носочкам, подкаты дальше, за, балкончик сзади опасно, есть ярость, ой-ой-ой, подпрыгивает под D3, ничего себе, нормально, вот, сетап. Удар достаточно, еще там кэнсель всего можно. Скрип-машина закрутилась. Ой-ой-ой, да. Спиду, это будет больно с метром здесь. Ой, еще и развернули, сколько уронов там вообще. Балкон сейчас проломит, нет. Ах, не получилось. Но все равно все очень нехорошо. Уходит Шмидт своей шмидтской фигней сейчас там. В сторону есть ярость, у него колено наказывается. Одна тычка нанесена мгновенно, как только возможность была ее. Поэтому Ди, собственно, в топ-тирах до сих пор висит уже на протяжении, с момента своего выхода в первом сезоне. Контрхитовая подножка. И у стенки Шмидт уже валяется. Продолжает дальше, ну, посидел на тебе мид. Оптималки, больше, чем урон от стены будет. Вот эта комба она больше нанесет. И могла еще и довести до стенки, если бы она там была. Но ее там нет. Вот и ярость уже. Но бэкдэш канцел. Извини, говорит, проткнул сам себя. Если бы проткнул оппонента, то, наверное, убил бы там. Хотя, не знаю, убил. В том раунде были какие-то паник флеша. Не получились. Вот сейчас оно заходит, работает. В принципе, отличный прием, ёшка, можно им пользоваться. Уже так, за 15 секунд почти весь сработал. Стафель забрал. Ой, хорошо сработал, да. Ну, наказали тут. Неплохо наказали. Продолжает дальше давлять. Отбивается, конечно. Постоянно Калибр отбивается, но тяжело очень. Здоровья очень мало. Ой, нанес всю комбину дальше. Будет ли давлять дальше? Нет, уходит в сторону в обороне. Одна тычка нанесена. Неплохо, да, там покрутился, повертелся, обманул соперника своего, 1-1 пока становится, DF2, нет уж блок, ничего не жмет. Калибр продешился в лицо, посмотрел, что абонент будет делать, коленями пытается на колено насадить соперника своего, DF2 постоянно, тут наказания не было, DF1 очень сейфово ребята начали играть, никто не может никого никак слить, все прямо в блок прилетает, прям как какие каратисты, куда деваться, но, тем не менее, у Шимицу здоровья чуть меньше. Вот тебе на лоу, С4 тут же мгновенно попытка постепить была неплохая. Дебагер залетает в контргит, не было реализации этой ситуации. Паниш на лоу здесь имеется. Есть флот, здесь с подъема, с этого будет ледоводка до стенки. Да, довели до стенки, даже нанесли больше, чем нужно. Продолжает дальше давлять лоу атаки, вариации крутые. Ниндзя куда-то уходит в сторону. Дебагер закрывается, не было паниша. Здесь есть ярость у Иммортала. Просто Гиз пробивает все, что можно было пробить. Ах, 16 минут до конца хватило. Выстрелил Гиз просто рандомненько своей оборонительной, вот колено это заряженное, добил. Образом матчпоинт сейчас для Калибра, флот, Йошимицу Усаи пошла просто бить самурая этого к стене, прижимают его, бьют всякой магией, там непонятными ударами волшебными, что этот колдун творит с самураем-то этим. Эх, Йошимицу очень нехорошо, тентакли уже там размазались по полу, по всему. И завив опять наказывает, господи, выживет ли? По-моему, нет, нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот просто. Да, 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 можно, да. Волка ёпту. Угу. О, так что там будет интересное противостояние в топ-8 в Венерах. Лев против Хидема. Волк ёпту 2-1 уступил. Вот, как раз таки Льву. Будет очень интересно посмотреть на этого Диз Говарда. Вот. Ну, а мы пока смотрим на матч Панакоты против Лианслава. На маршале у нас стартует Лианслав. На мастере Панакоты, все стандартно. Без сюрпризов. Начинает прессить. Опа, медовая вариация была. Так еще и кнопку там нажал, по-моему, Лианслав. Задерел Панакот здесь. Так, вертушка попадает по цели.
Ой-ой-ой, прожал кнопку. И моментально слайд туда делает. Так, не продолжает Панакота. Смотрит, что будет делать соперник. Я боюсь представить, что Леонслав будет в 8-й части вытворять. Да-да-да, контрхит попадает. Ой, тут наказание слабенькое, наказание здесь ярость. У Леонслава где-то дебагер сейчас будет, скорее всего, Панакота продолжает атаковать. Да, нажал в плюс кнопки сейчас Леонслав хит и получил тут же за эту дерзость продолжение. Ой, контрхит, ничего себе, как успел развернуться, Панакота что-то нажал, да водка будет до стенки, да, до стены довел, но не реализовал. Сейчас пробивает уже в Леонслава. Закрывает, нет, не такой минус здесь. Тут же наказание от Панакота имеется здесь. Канцелы какие-то, что делает этот ниндзя? Посмотрите, что... Опа, дебагер, не было наказания на дебагер. Тем не менее, небольшое было, точнее, не лаунчер, ну, что-то там немножко. Ой-ой-ой, столько много пок. Рейджард! Нажимается Рейджард, попадает в цель Рейджард. Максимальное количество урона. Не знаю, в воздухе это было маловато, как будто сняли, здоровья-то очень мало. У Леонслава ногой просто осадил, говорит. Что ты бишь, осадил, упал. И ты сказал, ну ладно, куда ты прыгаешь? Ой, все, Панакота разошлась, мастер Рейвен распрыгалась. Вон, сальтуха, не успел за них наказать, не сели, господи. Что творить себя вообще, Леонслав жмет, как идти в себя безостановочно, но Панакота ему не уступает. Ну, кто-то грамот не жмет, знает, как правильно надо прожимать. Не садится Леонслав ни в коем случае под вторым ударом. Заходит максимальная стринга, пробивается. А стена, и эта смерть будет, конечно же, тут. Да, такое не дропается. Посмотрим, готов ли к ним Панакота. Да, ты бьешь и просто заходит, короче. Сразу начал слоу, получил, поплатился за эту лол. Тут же был лол-краш, заходит в контрхит полностью стринга, еще и слайд здесь вычленяет дэмэдж с этого слайда. Пробивается максимальный дэмэдж на стенке, но нет, не максимально, она все-таки стоит. Ярости у нее пока нет, а вот она не включилась. 2000 остается буквально, вместо того, чтобы ударить, он заламывает своего оппонента и забирает таким образом первый раунд. Панакота 1-0. Так, Анна выпрыгивает. ТДФ 2, не было наказания. Да, конфермит, что и тут не зашел контрхит. У этого Панакоты, зато у Анны там зашел. Все, Анна буцкается, дерется там, что-то отбивается. Залетает. Ах, на. Второй раз, кстати, заходит уже ДФ 4 Анны. Стоять, ты там кнопки жмешь. У меня, говорит, тоже контрхиты есть. И тут лаунчер и комбина, в отличие от небольшой гарантии. Сколько урона-то он нанес этого? Даже больше, чем полстроки наказания есть за лоу. Флотит своего соперника, но некоторые непотребства происходят, поэтому закомбить там невозможно. Армором попытался отбить наказание, и после наказания тут же в хит делает захват. Это пока 5 раундов в пользу Панакоты, и матчпоинт сейчас для него. Леонславу нужно что-то срочно делать. А что делать? Делать хай, под которым садится Панакота, наказывает, и то что там, у нас стена, у нас голые скалы, и Анна своей симпатичной попкой уже там обшкарябалась просто об эти камни. Очень ей нехорошо, еще и поляшки контрхит дали, схватилась за живот она. Убьет ли ее Анну? Не убьет. Здоровья маловато, выстреливает рейдж-драйвом, Панакота стоит в блоке, все равно ему четверками пытается Анна отбиваться, то он стал очень плохо, четверочками, локоть не попадает, тоже сальтуха, и завив сальтухи, сразу локтем спать, сестра, иди, говорит Панакота. Фактически, скажем так, финал, наверное, любого нашего СНГ-турнира. Вот, потенциально даже, слова. Наверное, не только СНГ, но и европейскую, если все-таки мы когда-нибудь туда доберемся в перспективе. Да, обычно это финал турнира, где Строк не участвовал. Ну, кстати, а тут... да. Но на сей раз это полуфинал турнира, в котором участвовал Строк, и Строк до полуфинала не дошел. Да. Новый год. От Гарика. Новый год. От Ларсу. Ну, Фэнк, потому что бусах стоит. ДБ-2-1 начинается. Поки-поки. Уйди, говорит, уйди, отталкивают друг друга. Ну, Фэнк пока что наносит все-таки дэмэдж по шапке, дал Ларсу. Ларс в ответ тут же Фэнку эвейт. С некоторой гарантией неплохо так урона получилось. Ногами, ноги в ход подключили уже руками на буст, говорит, пора ногами. Ларс продолжает дальше боксировать, коленами уже бьет Фэнга. Фэнк начинает карате какое-то там мутить, непонятно. Выстреливает Ларс рейдж-драйвом, летит вперед. Рейдж-драйв потраченный, 4-3. Ой, куча урона, продолжает дальше давлеть, блин, промахивается Ларс сейчас этой лоу, скорее всего, она бы убила. Вот как-то Битрос там ускользнул в сторону, мгновенно наказал за подобную дерзость на оппонента. Дебагер! Ты что, шутишь, что ли, друг? Да я эти дебагеры, тысяч миллионов их уже увидел, и у меня уже глаз дергается, как только дебагер выстреливает сразу за максимальный урон за дебагер. Присел под захватом, что было такое? Интересно, перебросы просто были. А это переброс первый был крутой, во-вторых, только что нам показал моб, что ребята наиграли друг с другом тысяч миллионов боев, потому что сейчас было наказание за ситуацию, которая несколько боев назад могла быть, и Гарик это знал, что так себе Битрос поведет, и присел.
Там нестандартная ситуация была. Боже мой, залетел в контрхит просто Лещидзе такой мощнейший. Камни аж повалились, осторожно, сломайте арену, все, куда ты жмешь-то, Битрос говорит своему сопернику, и оказывается прав, просто Гарри как к стене, там, в каменоломню какую-то сделал, его телом пробил, там, просто булыжник, ну, ворсятник цирковой, что-то прыгает, скачет. Да и это как вообще на моменте было, как будто блок не смог там поставить моб, тут же Битросу отнял здоровье, говорит, не надо тут, Вэнк, я еще коленом тебя... сравнял. Ой, контрхитовый 1-1. Ах, продолжение не залетело. Скользит по полу. Фэнк, да, на шпагатике садится. Ларс прыгает, скачет. Ой, каратистки, всякие вещи. Вот это наказание максимальное просто за вот такое. Вот минус 14 на том ударе. А может и больше там. Ну, короче, Ларс сделал как надо. Вообще максимальный дэмэдж. Ситуация вычленила. 1-1 становится. Идет дождь, все. Дед Мороз дерется. Против Фэнга закрывает Фэнг нижнюю даль Деда Мороза. Дедушка пытается, конечно, что-то сделать. Колени заэвейдил, просто ушел в сторону колена заэвифала и просто насадил на лаунчера. Теперь уже и на стену, плечищем, ДБ-3, башка, ДФ-1, все заходит, цель. Что-то Гарику надо делать, встречает там какими-то лаунчерами. Ох, не успевает попасть, да, за эту вещь. Да, и тут же наказывает. После того, как балкон поломается. Спрыгнул, ну, Дед Мороз с вертолета. И моб, и Битрос эту карту постоянно пикают. То есть мы неоднократно обращали внимание. Хорошая, да. Заходит. Пока что заходит по седой репе. Все заходит. СС2 заходит. Куда ты нажал-то? Куда что Дед Мороз нажал-то? Сейчас ты полетишь у меня к стене. Встает Дед Мороз. Хреново ему, но держится еще. Сзади балкон. Могут проломить шапка дедушки. Балкон. Кривой волсплат не позволил этого сделать. Битрос просто хреначит. Вообще, посмотрите, наказывает, конечно, моб за эту вещь. Орбиталы там свистят. Вот. Ой-ой-ой, это что это было? Решил Битрос присесть, видимо, или что-то нажать в этой ситуации. Ему просто в обороне, так сказать, стрельнул. Стрельнул артбластом этим F1-2 Ларса. B4, на тебе, у меня в ответ DB3. Фэнговская. Эвейды, конечно, страшные. Но Ларсятник тоже ловкий, да? Такой, тоже там скрутится что-то. Уже какой раз за это, да? Вот второй раз вот этим эвейдом страшнейшим Фэнк орудует. Просто делает непотребства вот такие. Вот огромное количество урона наносит. Наказание хреновое, к сожалению, было, мог было там посильнее, но тем не менее оно есть, и это позволило Гарику уйти от стенки. Здоровья очень мало, 1000, где? Вот и она по ноженькой ударил. Седой монах, на, закрыл, а вот тут уже нет. Ой, Фэнк, просто вот что творит вообще Битер, что он делает? Ну, стандартный сетап, вот это Перри было сейчас четко. Вообще, ну чтобы закрыл, успел отпэрить там это все. Пытался Перри завесить на стену. Битрос угадал, отбивается от Дед Мороза. Миды там вход идут. Ло атаки. Ох, кнопку нажал Ларсятик. На рефлекс сыграл Битрос. Большой спейсинг. Ой, постоянно на ладони. Все там они приседают. Но пока напукали друг друга, здоровье практически одинаково. Обоих Ларс занял воздух, тут же его садили. Будет ли лобал? Да, это смерть. Плечище грозное. Монашеское, шаолинское плечище. Мощнейшее, мускулистое. Да, по Деду Морозу прилетает. Больно ему кричит. Дед Мороз, снеговик на спине. Вообще аж воет там его в стене-то. Расплющили. Хаёвая вариация здесь была. Не садится. Ой, что там хотел быть? Какие-то гадости делать. Успел моб ДБ-1 там сделать. Ну, наказывает, наконец, тоже за вот эту гадость. Тут, конечно, здоровье, очень много урона будет. Пробит балкон. Просто хребтиной об асфальт. Продолжает дальше буцкать этого мужика. Ну ничего себе, Фэнк стал так нормально. Еще и волсплат получил. Ярость сейчас у него есть. Опасно очень. Плечища яростная. Руки, ноги, нижняя. Это смерть сейчас, да. Стал нажал кнопку, скорее всего, с рефлексами. Это Джин на Ларс, это Гарик. Вот и все. Поэтому Гарик на Ларсе, как бы, и Ларс на Гарике дальше продолжает ларсятничать на Деде Морозе на этом. Потому что нету смысла. Вот уже в 4-3 подключилась. Может, побольше ее нужно делать. А, локтишка. Фэнк, как тебе? На тебе. Ах, Фэнк, каратистские удары там бьет. Напокали Фэнгу хорошенько здесь. Так, наказывает армор. Фэнк со спины разводить не начал. Так, опасно очень. Ларс полетел, да, и получил тут же в ухо, подвырубило его это. Сейчас кривой волсплат будет. Ну, Фэнгу пофиг вообще, кривой волсплат или не кривой. Дэмэдж он все равно вычленяет. И какие гадкие лоб идут уже. Полез Битрос по полной, вообще поставил ставку. И, конечно, Ларс опять нажал. Должно хватить дэмэджа с этого рейджа. Нажал туда, вот в этот двухударник. Конечно же, ничего себе.
Витрес полетел, просто начал жать там, как с Микки, наверное, также хотел на моментами забрать, но нет. С Гариком так не получится. Гарик сам жмун еще тот профессионально. Ой, не поверил, сейчас Гарик сглазил его, блин, не поверил, что ДМ2-то зашло. Так бы сейчас было бы сочно там. Ооо, ничего себе, Фэнк подумал, что он успел за виф наказать вот этой вещью. Огромнейший минус здесь. Чисто Гарик вычленяет максимальный дэмэдж с этой ситуации. Продолжает дальше давлеть. Фэнк там и вейды уже жмет. Но тут хайкраш и Атласа подъезжают. И подъезжает Фэнк башкой в стенки после этого хайкраша-то. Тяжело. Вот это он отцепил. Филигранно красиво было. Тут еще нестандартная ситуация. С Фэнком сейчас будет что? Как Гарик разыграет? Разыграет, как Гарик, неплохо разыграет. Куда ты жмешь? Вот тебе B4, опасно, страшно, здоровья очень мало. Фэнка пэрит, он подкат, и стена уже за спиной. Ларса уже снеговика прижали там просто к забору, к железному. Я ж писк его услышал здесь, куда укатывается Дед Мороз, тяжело ему. И наказывает, но не рейджем, есть еще здоровье. Ой-ой-ой, пропускаю сейчас это плечо. Пропускает, вот это он напропускал там. Он первое плечо-то пропустил, если бы оно было драйвовое. Ничего себе, ты, говорит, грубишь сразу, через ДБ-3 начинаешь. А ну-ка, говорит, как там цветы в клубе, нормально? Рассмотрел там, нет, там ничего не лежит случайно, вы залень. Так, продолжается дальше, боишься-то. Ох-ох-ох. Присел? Нет, не присел. Не было паниша здесь, конечно, на это плечо. Потому что, ну, тем не менее, не очень в хорошем положении находится Гарик. Не очень хорошим, Витерс понимает. О, это. Хорош. Да. Хотел Витерс положение сохранить. От Ларса здесь. Угу. Зашел, чтобы это не стало. Половина мест была за россиянами. Угу. Ну что ж, начало, кстати, стандартное такое. Это заходило уже несколько раз по Витерсу на ТСС-2 в начале. Плечом наказывает лаунчер. СС-2 еще раз по репе прилетает по седовласы. Стоять, Ларс, куда летишь? Тут нога моя. А вот ДБ-3 в контрхит. Как себя чувствуешь? Нормально? Там встает Ларс, пофиг, он включается. Рейдж-драйв продолжает дальше лететь, но неуспешно. Б4 в контрхит. Эвейдит там что-то. Фэнк успел FF4-3 наказать. Офигеть, как будто наказал Гарик за вив. Сейчас накажет это FF4-3. Ну нет, не успел рекавериться и присесть. Ничего себе. Конечно, за тут 3 ТБ. Его опять этот фэнковский вейд. Да, в спину ДФ. Да, в спину ларсятник. Пробивается стена. Пробивается комбина здесь после стенки. Доводка есть до стенки. Максимальный урон здесь. Очень круто сыграно сейчас. Ой, здесь завив тоже наказал. Все зашло, ничего себе, Гвиттерс на кнопке что ли жал. Просто летит FF4-3, риски все. Пофигу, Ларсу жмет просто вперед. Да, B1 там стоять куда-то. Все просто, коп-кики от Фэнка. О, полетел. Фэнк там просто DF1 и в комбах. Пробивается, как корни там разрушены, все, как бы второй этаж сейчас на вас-то не упал, бьет где-то Мороза, ладонью его останавливает, плечи сейчас страшнейшее, ДБ3, ноги, дальше кнопки, Битерс жмет, не хватило, хватает. ХП закончились внезапно, они у LMG моба, и это матчпоинт для Битерса, ребят. Ух, так, опасно, страшно, оборонительные ладошки там, ДБ2-1, не попадает, лоу, попадает, тут же закрывает, наказывает все. Уже дебагеры подключают моб оборонительный. Опа, лоу, Ферри, ничего себе, как пробьет сейчас кому. Доводит до стенки, да, все четко, максимально тут красиво сделано. Продолжает дальше стенки разыгрывать. Дебагерище просто свистит прям. Не успевает моб среагировать, попадает в цель дебагер. По стене разматывает его, захват рвется. Не подходи, не трогай меня, Дед Мороз. Дальше мочалит. Фэнк угол сзади закрыл ДБ3. Хорош. Гарик нормально закрыл. Ну, слушай, неужели это камбэчное, ребят? Ой-ой-ой, неужели камбэчное? Витерс. Я думаю, что Витерс поднимут, все правильно. Поднимут фанаты моба щиты за него сейчас в чатах. Ты ой, посмотри, опять сочный контрхит какой. Ой, господи, Витерс нажимал там. Сейчас может быть камбэк от Витерса будет. Тут пару тычек остается. Лоу Перри сейчас на Витерса. Здесь стена мешает ему пробить дальше комбинацию. ДБ3 заходит, вот, лоу закрывается и просто Гарик. Просто Д4. Ну все, последний бой этих двух оппонентов. Кто победит, тот победит, а то проиграет, тот проиграет. Плечищем по Дед Морозу. ДБ3 в контрхит. Дальше атаки пошли. Стреливает Ласс в С2. Сзади стена летит вперед, закрывается лоу, все, закрывает. Посмотрите, Фэн все закрывает. Ой, вейды уходят оба. Цирк прямо здесь. Завив наказал. Ты что там дергаешься, ты монах? Четко пробивается стена, классно очень тащит, моб знает, все оптималки знают, что делать. Ой-ой-ой, не было волсплата, захват разрывается, есть ярость у Битерса, дебагер пролетает цель, дальше ВС-2 выбирает ножа Гарик, и оказывается прав, Битерс или Степпл, что там нажимал, не успел.
первый раунд целым же мобом здесь. Так, что будет? Да, Ларс по ногам. Ох, закомбил. Фэнк может такое себе позволить. И тут пробит полностью комбинация максимум. И вот и пробита первая стена, и с нее пробито лицо. Сейчас, моба, да. И... Да, дебагер тоже был пробит. Ну, слушай, очень пробит. Уверенно сейчас. Вот как во втором или в третьем бою. Да, и в этом начале просто за, буквально за джебик, за какой-то там, за небольшую поку отправляется в полет. ДБ-3 в контрхит, здоровья очень мало. Выглядит не очень хорошо, моб дебаггерами уже свистит. Ой, летит, я спиной оказался сейчас. Куча урона, одна тычка остается. ВС-1, это был контрхит сейчас, Д3. Одна... Ох, провифал, да. Опаснейший вид был. Снова матч для битов с этим временем. Интересно, что же. Что же сейчас будет? Ой, опасно так нажимать вообще. Все в контрхит, пока залетает мобу, ничего не успевает он перебить. Как будто чуть раньше, чуть быстрее битерс оказывается его. Да вот уже сам пытается что-то нажать, но все равно то похи, то какие-то вифпани, что все попадает в цель. Никак не получается разыграть и забрать вот тот нужный урон, который нужен. Не было контрхита и здесь. Отличнейший прыжок этот, но толку никакого. И по покам битерс его переигрывает полностью. 30 секунд до конца боя, буквально на пару тычек осталось здоровье в ярости. Пока нет. А вот включилась ярость как раз. Как же удачно все получилось. Очень вовремя, скажем так, подошел. Здесь рейдж. И у нас, ребят, 2-2 и 2-2 по раундам. Матчпоинт для обоих игроков. Кто же из этих двух сильнейших займет место в топ-3? Перри, если там стена, да, есть. Ах, пробита стена. Так, надо пробивать стенку. Пробивается стенка. Очень опасный битерс, очень неплохом положении сейчас. Максимальный дэмэдж учиняет. Моб с непонятным вещами. Встает фэнговским вставанием битерс. И тут начинает говорить, подожди-ка, плечо просто в наглую выстреливает. Не разыгрывает моб. 2000 остается. Ох, и это камбэк, ребята. И Тичаш просто сигнатурный. Сейчас в конце от LMG моба. Что ж, поздравляем, это была действительно великолепнейшая победа, отличнейший бой, GG, пишет Битерс. В формате FT3 у нас все матчи топ-8 проходят, Гиз Говард против Йошимитсу. Ну, я думаю, знаю, что с Гизом Говардом делать, но тут даже проблема не в том, знаешь ли ты, что с Гизом Говардом делать. Проблема в самом Гизе Говарде, потому что даже если ты знаешь, что делать, то Гиз Говард тоже знает, что делать, а он знает, как отнимать тебе просто всю строку с одной комбы. Это очень страшно и опасно. Очень тяжелый. Тяжело с этим персонажем биться, конечно. Поэтому, да. Причем манера игры у Льва, она чуть иная, нежели у Калибра, например, который наш основной Гиз Говард игрок. Ввиду отсутствия Фореста на профессиональной сцене в последнее время. Да, Фореста куда-то делся у нас. Пока по чайнику прилетает Гизу. Стандартный тут развод с этого с полета, Драгонфлая этого. На тебе по ногам, продолжает дальше делать свои дела. Йошимитсу уходит просто немножко, да, не успевает добить. Одна тычка остается Льва, выстреливает он на орбитальщика сверху, ни к чему это не приводит. И пинка просто, пенделя на тебе на РНЖ, гем дает своему оппоненту. А вот тебе пенделя в ответ, вообще контрхит хороший, кажется, этого пенделя был. Да вот, когда стенки, ну, кривовато, а Гису пофиг, кривая там, не кривая, он дэмэдж все равно вычленяет ситуацию максимально, не было наказания, контрхит залетает дебаггер, вот стенка спасает его, вейк тут же от хитгема, знает он, что делать в таких несонарадных ситуациях, и оттуда делает все хорошо, лоу закрывается, есть паниш, конечно же, за эту лоу, но стена все время мешает пробить комбинацию нашим оппонентам. Остается буквально 2000 у Льва, уже по 2000 у Йошика, эвейт Йошимитсовский и удар мечом, потому что, да, Йошимитсу может себе позволить. Внимание, как работать. Грамотно Хидим здесь пользуется платным сайдстепом от Йошика, вот эти ворота, который отнимает КП. Вот. КП, кстати, невосстанавливаемый здесь в Tekken 7, в отличие от Tekken 8. Да, да, там это будет немножко останавливаться. На разводочке Йошиковские тут идут, ой-ой-ой, покрутились. Здоровья маловато, но ярость нет. Тут ярость случилась. Буквально 2000 остается. Выстреливает Гиз Говард своей волшебной коленкой. Но ни к чему это не приводит. Его терпит. Сейчас обратил внимание. По-моему, это первый бой, который Хидим у нас в этом турнире попал на стрим. Как-то да. Все, он где-то офстрим играл. Вот. Так, так, так. Ну что ж. Вифы пока что, вифы, делает Йошик все равно свой дэмэдж, скрутил с этой по низу, дальше разводит на рейнже, не удается встать Льву, точнее удается встать, но с потерей здоровья, хотя бы не на джагл, налетел, ладно, все, теперь терпит, и выстреливает издалека, делает все вовремя и правильно, и в конце добивает морчиком по ногам,
этого колдуна самурая, тоже самурай же этот. Оп, с Dragonfly. Вот сейчас уже Лев угадал, что будет там захват, присел, наказал Dragonfly, но не так уж сильно-то он наказывается. Но тем не менее, он вычинул какое-то количество урона, стреляется волшебством по снегу. Плавится там снег под Хадукиным, под этими, так, выстреливает СВС 20, снова огонь. Снова огонь летит. А вот это вив не было. Вив панижа все-таки не такой уж успел закрыться. Так, трейд. Трейд пользу Хигема. Так, медовая вариация. Угадал, Лев закрыл здесь это. Вот начинается грамотная игра с Гисом, который стреляется издалека. За вив. А пару тысяч остается. Реверсал. Так, ну что, пошла комбина у нас. 19 секунд до конца боя. Здоровья очень мало. У Хигема выдержит ли он вот эту... Ну, выдержит, вот эту, а пиксель, скорее всего, останется. Слишком много дэмэджа в комбе уже было нанесено. Да, последняя хп. Одна тычка остается. Что же делать? Как же быть? Выстреливает твоей бой. Просто разбежался и толкнул. Говорит, что ты тут устроил? Говорит, мне, думаю, сейчас с тобой в спейсик буду играть. Вообще разогнался под эти... И все, закрыл. Лоу только любят гусы. Начинает с этой ноги в начале. Поплатился за такую дерзость в начале, за такую ставку. Да, далековато. Все-таки для дебаггера Ёшковского был гус, не наказал он там адекватно. А вот Хигем наказывает за все, и максимальный профит вычленяет из любой ситуации, которую только пошел от фаербола, разбежался и толкнул просто, да, его. Да, плечо да. Арморное здесь, оно не анблок, как это было в более ранних частях Тейкена. Так, ну что, все, опять Infinity Stage, опять будут догонялки, опять не будет стреляться, опять игра в долгую, Лев на игру в долгую тут будет ставить. Заходит в контрхит, нижняя нога, есть дэмэдж, есть фаербольш в конце, аж просто скипятилась водица. От блока был дебагерище, от Ёшика есть у него такой в арсенале, тоже неплохой дэмэдж нанес. С Dragonfly разводки подседает, он специально или нет. Захватывает, раз он срабатывает, ярости пока нет. Пальш в жбан просто с разбегу. Ну что это, Рейджард? Подсели, конечно, и ВС-4 спокойненько наказали. Здоровья там практически не было. Неплохо сыграно в первом раунде. Двушки надо делать, это уже получается какой? Седьмой раунд безответный ВС-2. Нет, не получается. Так, стреляет фаерболами. Ёшик прыгает, как самурай, с двумя мечами своими уже по полу там катается. Нет, не будешь ты меня так развить постоянно. Пытается лещом вот этим вот на ногу дебила поймать, видимо, Хигем. Он их, конечно, их не делает. Вот, он сделал колено, зато с разбега, который в контрхит попало. Продолжает дальше Dragonfly разводить, но нет, встает куда-то Лев, пытается что-то там задалека сделать. Не было адекватного наказания, завив здесь. Вот, в блок попало, тут тоже не получается дотянуться. Уходит с платным эвейдом Йошимитсу под Сидунста, под вторым ударом и под хаем наказывает за хай своего соперника. Очень четко сыграно. Сейчас 2-0 становится. Просто что же делать-то? Как же возвращаться-то Льву в игру? Можно ли вообще? Или сейчас его сожрут? Просто здесь уже пошел. Хигем по всем вообще чем можно. Захват не разрывается. Много дэмэджа отсюда получает. Лев с этого захвата белыми тапочками там прыгает. Подпрыгнул просто под Йошимитсу, который пытался подплыть к нему буквально там в этой воде. Не наказал здесь Хигем. Ну ничего, у него другие сетапы есть по другие вещи, которые отлично срабатывают, как мы видим. Смотрите, сколько урона просто на ровном месте получается. Здоровье у Льва уже практически не остается, и он, да, принимает решение добить вот такой вот крутилкой, ну, в нули, да, получается. Да. Ну что ж, очень уверенные 3-0. Для игры там, да, хотя и стандарты какие-то сетапы мастера ревеновские тоже. Ну, короче, да, Панакота такой профессор. Профессор этой мобенцы. В восьмой части, кстати сказать, у нас вернется оригинальный Рейвен, который был в пятой и шестой частях. Так, мужичок бы так, ну что, начинается спейсик вначале. Машет ногой, мастер Рейвен куда-то в воздух получает, тут же завис свои пятки по лицу. Ой, контр-хитяра залетает, конечно, конфермится тут же такое. Этого только и ждет Панакота. Столько урона с этой контрхитяры. Больше половины строки у Битерса уже нет. Стена сзади как-то упячивается. Он уходит от нее. Да нет, не ушел. И это еще и подсекло. Из такой ситуации тоже вычленил урон. Не добил, чуть-чуть не поверил. Ну, тут же исправил свою ошибку. И второй пока и добивает понет своего. Так, подсеканы идут. Кот отстепил, но не успел залаунчить. Неплохая попытка была. Битерс, надо ухо востро держать. Такие дела, да. Немножко не успевает Панакота наказывать за все вифы, которые он делает, потому что поки вифами в итоге-то не являются. Но контрхиты вот они заходят. Они заходят, второй раз уже зашли. Ну, прямо сочно. Очень жирненько, я бы даже сказал здесь. Очень жирно, я бы даже добавил же жир. Прямо потек просто сало. Да, ярость включилась в НГВ.
пробивает полностью комбу, не наказывает, и не наказывает эту комбу по Накота, тоже в две тычки остается ФНВ. Дебагерище! Дебагерище выстреливает, это будет, конечно же, раунд. Дебагер приносит победу, да, поставил всю ставку на красное или на черное, там непонятно что. Дебагер зашел и раунд принес. Почему нет, если это работа? Сальтуха. Сальтуха ни к чему не привела. Ладони двойные тоже нет. От ВНГВ летит, каратист с ногами, захват работает. Ну, к земле, говорит, лежать. Так, вейки тут какие-то идут. Ладони не в контрхиты. Здоровья уже по Накоты нет. Натыкали в стиле Фэнга. Понатыкал там он, надавал. Ой-ой, сальтухи, акробатика, эвейды из стелса. Что делает это ниндзя? Подсеканы, но не контрхитовые. А вот здоровья-то маловато стало. Плечом не успел наказать. А вот по Накота наказал за плечо максимально. Есть ярость. Сейчас как он будет разыгрывать? Не добивает. Дропнул комбо. Смог ли добить бы он с этой комбо? Интересно, под ярость. Мне кажется, Рейжат убил. Одна тычка. Посмотрите, какой момент опасный. Ой-ой-ой. С Рейжой-то. Ну да, может быть и добил бы, кстати. Но, ой, доделал здесь. Не успел Витрос наказать. На достаточно большом расстоянии находился. Монокота трейд в пользу мастера Рейвен здесь. Пошел дэмэдж снова на стенке. Последний удар промахивается. Почему-то Битрес довольный быстро отскакивает и начинает навозить. Буквально навозит по полной программе. Контрхиты, все заходит. Но оказывается, стенки пока прыгал, там скакал. Ну, снял по Накоте половину здоровья. Куда ты последний удар-то нажимаешь? Подсидунство максимально мощное. Профессиональное подсидунство здесь происходит. Дэмэджа гора. И ДБ-3 делает свою работу добивательную. За ножку хватается мастер Рейвен. Больно, тяжело. 2-2 по раундам. Лоупока, да еще за ней продолжается. Еще третью хотел наглец сделать, но уже прожал в хит просто по Накоте. Говорит, хорош, хватит. Это был, оказался прав здесь. Буки от Фэнгастики. В 4-то снова ДБ-3 перри в этот раз. Хорош, говорит, достаточно хватит. Где там уголочек? Конфермит, что кривой сплат будет. Максимальный дэмэдж вычленяет. Тут по хребтине Фэнгу бьют полностью. Одна тысяча. Просто вот все зашло абсолютно здесь. Нашему игроку предложить. Питер итак, против Москвы, кстати, географически. Питер против Москвы, да. Так, ну что ж, Панакута победил. Сможет ли еще раз выйти? Вот пэк пошел просто по Фэнгу. Ой, напокивает. Ой, назарядил. Там максимально там зашла вот эта вот нога через голову. Контрхит. Там урона столько, что столько с одного этого удара. Ну, треть снимается. Там еще и комба. Здравствуйте, приехали. Куда ты жмешь? Это как вифпанишер. Контрхит там прилетело, по-моему, вообще. Это нога Фэнга полностью все заходит, полностью все пробивается с башки. Дальше у стены начинает стандартно работать просто по полной программе. Да, почему нет? Дебагерок дальше бьет. Господи, здоровья практически у Панакоты уже нет. Как быстро Витрес делает свое дело. Это ж фантастика какая-то вообще. Это два ультразвуковых просто раунда здесь получились. Просто вообще по полной. Все уходит в оборону, как будто бы ушел. Четверка контрхитов. Плечо с нее гарантированно, почему нет. А теперь что-то там прыгает. Да вы посмотрите, что творится вообще. Просто метеорит какой-то. Огненный дождь летит по этой карте и сносит все на своем пути, включая Панакоту. Ну, Панакота пытается сейчас вернуться, тоже напокивает, но нет. Контрхит ДБ-3 останавливает. Ой-ой-ой. Прыть. Теперь здоровья очень мало. Наказания не было. Заканчивается. И тоже... Господи, не было наказания за это дилей. Сделал там какой-то лютый дилей, примерно как у Клоу Досса на его ударе двумя руками. Любит постоянно Битрес и практикует этот прием. Панакот уже в курсе, Панакота знает, наказывает и забирает раунд. Так, что же дальше-то будет происходить? Это с локтя. Ох, под ладонью там присел, да, сейчас Панакота зафлотил. Да, до стенки. Привет, стена. Дэмэдж. Здравствуйте, вот он, плечища. Ярости пока нету по Накоты. Да, работает Фэнк плечом. Наказывает. Ой, как это плечо. Нижний поки. Отстепил, наказал. Неплохо. По Накоты действует. Посмотрите, как разыгрывает. Здесь одна личка остается. Нанесет ли он ее СВС 4. Господи, какой камбэк вообще. Вот это да. Что же дальше? Ну, колесо. Что? Попадает колесо. Да господи, вы погляньте-ка. Уже мордой в клумбе лежит Фэнк. Там тяжело ему. Да Панакота навозит. Просто жирнейшим. Оптималки здесь какие-то будут? Нет. Перфект. Мало. Ребята, лазера у нас лев против калибра. И это Мирор Гусей. Ой-ой-ой-ой-ой. Чей же гусь более круче, да? Более верткий, более ловкий, более хитрый, более имбовый, более мощный, более сильный. Сейчас мы это выясним.
Пев против калибра, да, кастуют магию, два гуся, уходит сразу подальше, чтобы кидаться фаерболами, первый фаербол от калибра или от льва, ох, где же лев, лев слева, калибр справа получается, да, калибр в жилеточке, какая-то обманка произошла, с локтища льву в жбан, ДФ1 киталотом, наказы перебивают, давлеет пока что гусь калибра. Ой-ой-ой, встретились две энергии волшебные. Завив наказывает. Здесь неплохой дэмэдж. Здесь есть ярость у льва. Сейчас будет он как-то ее использовать. Нет, летает фаербол. Одна тычка буквально остается. Ой-ой-ой, ошибка какая серьезнейшая сейчас была. Отстепили и за ногу спира отстепили энергию. Потом ногу отошли в сторону и джейвиком просто прибили. Ой-ой-ой, вив какой, что это урон, это комба. Здравствуйте, дэмэдж полетел. Где же здоровица? Здоровица-то нет. И опять еще разочек, давай-ка на бис повторим. Нет, не получилось повторить здесь это. Ну, здоровья все равно маловато, ярости пока у льва нет, может специально калибра не добил, чтобы ярость стать. Вот ярость включилась. Нога, контрхитовая нижняя подсечка попадает прямо в цель, а может быть из-за того, что мокро там подскользнулся калибр, непонятно. На этом бассейне-то скользко все-таки. Так, без рейджа, да, не наказывает калибр, не наказывает незаряженную колену эту. Потихонечку покует. Почему-то лев никак не может умереть. Калибру это не нравится. Оп, зарядилась. Но будет ли что-то делать с максмодом? Сейчас летит, фаерболами стреляет, ноги. Хочет по таймапу победить, наверное, калибр. Здесь лев понимает это, давлеет, жмет по полной программе. Пытается пробить 3 секунды до конца боя. Нет, не победить. Таймап, таймап, побеждает калибр. В шахматистском бою двух. Вообще давненько мы мирроров двух гусей не видели на наших турнирах. Как-то не приходилось, и вот лев там разбавил такие. Ну да, разбавил гусей. Да, гусей еще одним гусем. Еще подлибавилось, так сказать, в нашей рати-то. Да. Ну, пока что, подождите, кто из них кто? Я запутался. А, вот, все, понял, да, лев теперь оказался справа, и он вроде как калибру поднавозит, кстати, в этом раунде фаерболами, ну, кстати, стреляет. Да. Ох, перебил, как хорошо калибр, как филигранно влез, в лизун, профессиональный лизун. Ой, нажата кнопка, гарантия, зажбан, одна тычка, сейчас как разыграет-то? А, лев разыграет, тут плюсы. Эй, на реверсил поставил здесь. Но вот, это топ-8 нижней сетки, топ-8 лазеров. Ребят, проигравший у нас покидает турнир с 5-м местом, а победитель проходит топ-4 и имеет шансы побороться за главный приз. Вот, в разбеге 50 тысяч рублей за первое место. Так, ну что ж. Пока что на равных дерутся гуси. Калибр слева теперь у нас на наших экранах. Лев справа. Ох, вроде как обоюдочка. Я думал, что лев отлетел, но нет. Он ударил все-таки фаерболом и отпрыгнул гусь сам назад. Оборонительная нижняя нога. Отстепил хорошо здесь лев. Сейчас дэмэджа неплохо калибру нанес. Калибра ярость включилась. Будет он калибровать ее как-то своего оппонента. Или так умрет вместе с ней. Будет видно 2 секунды до конца боя. Опять подсечка. Подсечка за подсечкой. По низу да по ногам. Хлещет друг другу. Мужики просто хлещет по ногам друг другу. Ой, это смерть, что ли? Да нет, одна тычка осталась у льва. Колено на низ. Ой-ой-ой, что-то там разошелся. Размахайку какую-то устроил. Неверную, непонятную. Калибр это подметил. Быстро туда ударил, куда надо. С ноги. Ой, в грудак. Но это пошло сейчас, да, это пошло и идет очень хорошо. И туда прямо в угол оно идет. И вообще, как залетает, я даже бы сказал, отвалились просто куски стен. И за это тоже зайдет. И за это... А, не зашло. Не пиксель остался, приходится, да, все-таки вот так по низам добить. А это странность какая-то была, почему-то не попал удар это из-за угла какого-то или что-то радость. Ну, возможно, возможно. Это Tekken 7 здесь бывает всякое, мы все прекрасно знаем об этом. Наказание, здравствуйте. Так, джебики и уходят. Джебики и чекают. Что там будет оппонент делать? Оппонент летит, полетел. Включилась максмодовая колено, максмодовая рука. Доводка до стенки. Нет, далековато что-то. Стена подкат. Не укатился в ту сторону. Очень странно, что не ушел туда. Стена не позволила ему оказаться в невыгодном положении. Калибр все равно. Он отбивается, выходит обратно в поле. Заставляет убэкдэшивать своего оппонента. Оппонент что-то особо не... Вот я только подумал, что пора бы ногой-то понизу ударить. Калибр тоже об этом подумал и присел. Ох, не добил. Но добил все-таки каким-то непотребством. Так. Прямоугольная карта с ровными стенками. Да.
Да, те же самые кастомайзы. Кастомайзы, кстати сказать, у нас разрешены на турнире. Никто, правда, кроме моба этим не воспользовался, но может быть оно и к лучшему. Все, у нас серьезные киберкотлеты все-таки. Не по звездной тикап у нас не такой уж и новогодний, как бывший недавно GG's New GG's Christmas Cup. Да, да. Ой, перезавес какой филигранный, максимально урон нанесен, либо очень нехорошо там нанес, ударил в подбородок. Ну, прямо едет Лев куда-то, мне кажется, домой, как бы он сейчас не поехал. Все выглядит именно так. Калибр, вот как будто его пытается посадить на автобус до дома. О, опа! Дак. Наказание панишем. Ну это по-русски, конечно же, русский же турнир. Еще и пани наказал захватом, да, наказание панишем. Захватом наказал. Вообще, что делается такое? Куда? Ну... В глубокой обороне калибр, в глубокой, просто в глубочайшей обороне. Захват нет, руки убрал, не надо трогать меня за грудак. Это попытка взаимных уголы. Обнимашек сейчас, да, была, да, с другой, да, стороны, да, да, двуручный грэп нажали. Да. Нет, говорит, в реверсал даже грэп рвет все равно. Пошла! Отстепили, что? Ой, залетела подножка, довольный лес сейчас должен быть, да, по полной программе. Ну а это что? А это реверсал, привет! Но кривая стена, двойной захват, одна тычка. Торопиться не надо, Льву сейчас, иначе все закончится как раньше. Как будто бы сейчас все так и закончится. Время останавливается. И кстати, пошла, да, комбинация. Да, хорошая комбинация. Да, не добил. Да ладно. Дропнул, к сожалению, сейчас вот этот многохитовик. Вот, альтернативный рейджарт от Гиза. И хорошая идея была его использовать, потому что таймер во время использования рейджарта останавливается. Вот, и если бы добил, хватил бы дамага, но нет. Прям круто так было, я думаю, ничего себе, сейчас калибр замутит. Нет, обосрался немножко под конец. А если бы зашло в контрхит, зато это нижняя подсечка бы, то тоже бы, это бы профит бы калибр принесло. Ну что, налетели на магическую волшебную руку сейчас. Леща волшебного синевой дополнительного баундит. Да, откидывает назад калибра к стене, приседает, не наказывает, зато гадкой подсечкой дальше бьет. Уходят в поле ребята, начинают друг на друга бежать. Ой, завис, наказывает, тут, скорее всего, это смерть будет, ну, естественно, даже если что, то там он и стена, если что будет, а она-то точно уж добьет. Матчпоинт. Синий кубик. Да. Для калибра у нас. Вот это Перри, тогда вот это Перри уже за эту ногу. Раз, подсели, наказали, теперь от Перри немножко не рассчитал, но ничего. Уж разного цвета кубы, там и синие, и желтые, бошками своими разбили все стены в этой карте. Нормально, Лев в ответочку тоже калибру напинывает по полной программе, выпрыгивает со спрингача. Нижняя атака пошла туда, бежит просто назад, растопырив руки в сторону, наказывает здесь. Там наказывается контрхитовая подсечка, достигает своей цели, и комбинация тоже цели своей достигает. Достигая стенка ли будет, практически довел, здоровья очень мало, нету шансов. Их нет, да, собственно говоря. Нету шансов, их мало, их нет, все. Ну побили, что ж, вам, побили. Да, становится счет у нас 3-0 в пользу калибра. И Зератула. Поехали, это погнали. Финал. Да. Финал Венеров. На рандоме выбирается Violet System. Неплохая карта. Всем должна нравиться она. Квадратная. Хорошая. Без приколов всяких. Дед Мороз. Да, против тентакливого осьминога-самурая. Ох, гарантия какая по ногам. Ой-ой-ой. Ты посмотрите, что делает. Обнагрел Гарик. Мало того, что такую лол запихнул, еще и полетел потом дальше. Какие-то свои сетапы здесь просто. Конечно. Чемпионские. Угу. Вот, кстати, у нас обладатель Кубка России в 2021 году, если не ошибаюсь. Да, вроде да. Неплохой бой для Хиема сейчас здесь. Очень хорошо, все хорошо сделал. ДФ2. Попытка степить была, но нет, Ларс Гипса ДФ2. Тяжеловато было постепить, если ты раньше начал, чем он делаться. Идти. Ох, локоть! Ох, пошла ларсятниковская. Прыть! Прям прет, полетел. Так, все. Пока что она заходила нормально. Так, как бы на флеш не налететь с такой рьяной-то атакой. Все наказывается, все четко. Нормально угадывает. И здесь тоже ВС-2 делает все равно. Господи, какой контрхит. Прямо в жбан, ну, кстати, прилетело. В отличие от Иммортала 77, у нас хидим. Так, флешка меня злоупотребляет. А вот мы как раз вспомнили, вот и она была. Вифнута сейчас. Ну ничего, какой-то джагл уже успел там замутить, засунуть. И у стенки продолжает непотребство свое дальше доставлять. Ой-ой-ой, залетел самурайский. Вылет,
Да и это не зашло тоже, все работает нормально тут. Ах, захват, нет, это же оверхед, какой-то там захват воздушных, но захвата не получилось там сделать. 2-1 становится в пользу Хигеба. Оборонительные дебагерки на рейнже, которые практически невозможно наказать. Попытка наказать здесь закончилась тем, что ударили в голову, да еще и подзарезали немножко здесь и дальше нанесли урон. Полстреки у Гарика нет уже, Дедушка Мороз, давай возвращайся уже в игру, как что-то сделает здесь или нет. Ну, Хигем нормально себя чувствует, хорошо понимает, что, в принципе, сейчас надо поаккуратнее просто быть. Большую часть работы он сделал. Ай, контрхит какой сочный, прямо брызнуло. Это просто смерть была бы стена, но в итоге, если он там подхватает за ногу, ох, тут нижний рейс-драйв просто свистит. Загоняет в угол Хигема. Почему-то наказание не произошло сейчас, после того, что нижний... Ничего, залетела другая вещь, продолжает дальше с помощью динамик энтри разводить. Отличный сайдстеп здесь и ногой в бойца. Она же сталь, наверное, туп один там у него валбаунса просто и раскрутки вот эти мяча под стеной на вейке. Ну, хотя, конечно, и в чистом поле Хигем это демонстрировал, но под стенкой они работают гораздо лучше. 12 побед у нас в инсты. Хигема сможет ли моб сломать, мы сейчас узнаем. Так... Наковырял что-то немножко, но Хигем наковырял гораздо больше. Хигем джагл пробил, а Гарик пока просто наковырял немножко. Ой, урона. Ой, сложный контрхит с вот этого ухода, уже не первый раз. Дэмэджа немало должно быть сейчас, да, максимально. Комба, конечно же, за ларсятника дальше, оставляет соперника подальше, ничего не делает с ним. Боится, боится рисковать, ставит только на 100% вещи. Ой, как у Б4 хорошо, 1000 остается, что будет сделано сейчас? Летит Ёшек, не доделывает, а Гарик уже там сидел, ловил как будто своего оппонента, и Б4 завис сейчас, наказал здесь один раунд в пользу Дедушки Мороза со снеговиком на спине. Чё ты тут взлетел, полеты запрещены, на данным озером Б1 тебя стопорит. Неплохо разыграл этот флот здесь. DF1 и дальше давлеет. Хигем пытается разводить с помощью Драгонфлайда. Пока что безуспешно. Немножко наковырял по ногам там. Пока что он отбивается. Отличный контрхит здесь. Конечно же, есть конферм на него. И пошла комбинация из этой ситуации. Еще немножко урона тут. По жбану с мяча. Драгонфлайд. Медовая вариация. Угадывает Гарик. Продолжает дальше давлять. Теперь он отличнейший хоп-кик на сторону вейк вертолета. У Гарика есть рейдж-драйв, он использует его. Ой, нажата была кнопка, это не убьет, но оставит в очень невыгодном положении. Хигема буквально 2000 остается. Смотрит, что делает свой оппонент, делает лоу-вариацию. Она ох, не попадает. Опять этот вейк! Уже который раз. Да, просто мастер с тем мопом пользуется. И главное, это красиво смотрится в слоу-мо таком замедлении. Пронзил своим эвейдом просто оппонента своего. Странно, что наказание не прошло за чесание обуви. Вот так же и в прошлый раз у Гарика наказание прошло. Это, видимо, карма вернулась ему. Так, что же будет дальше? Пока что на равных идут, но моб все-таки на поке вот как будто больше. И он больше давляет здесь, в этом бою конкретно. ДП1-3 не разыгрывает, не смотрит, что дальше не делает. Просто уходит назад. Покает просто очень много, пок крутится, цирковой Ларс все время настаивает на медовую вариацию. Хигем говорит, ну когда-то уже он ее должен же съесть. Не захватывает ничего, то есть он постоянно улетает Драгонфлай, нажимает четверку оттуда. Любит пикать, и Бикторс любит пикать. В общем, все ребят, кто у нас совместно в Дискорде тренируется между собой, они эту карту любят, умеют и практикуют. Попытка была СС2 от Гарика, была пресечена хоп-киком мощнейшим. Дальше продолжает навозить у стенки. Ну, здоровье, конечно... отняли. Ой, как хорошо постепил здесь локтище это и разыгрывает джагл это даже с кривого такого баунда. Вот от Гарику тут не смог этого сделать. Ну ничего, продолжает дедушка дальше. Налетел на контрхитовое колено, разыгрался, увлекся, распрыгался Ларс и тут же получил по хлеборезке в своей коленище. Нокаут отправился здесь так. Неплохо там постепил, да, Хигем нормально. Продолжает Хигем четверку нажимать с Драгонфлай, с вылета с этого колена. В этот раз уже не была контрхитовая. И Ларс уже фигачит тут по ногам дебаггерами, бьет джебиками. Летит Йошимитсу, заявив наказывает здесь отличнейший флеш, просто профессиональный. Четко было сделано, стенки нет. Нога наша российская, ножища залетела тут. Доводка ли? Нет, доводки нет. Чуть-чуть не хватило, не долетело, флеш мимо. О, флеш мимо, да, но DF1 почему-то не успела достать по цели. За колено, за жбан, сюда иди, я сказал. Говорит, Гарик полетел по ногам. СС2. Все в блок пока что. Что делается? Уж какой раз ем вот на это налетает? Ну, второй. Доводка, дэмэдж. Разводки, разводки. Дальше, да, вычленять. Нажал кнопку, я полез, полетел. Да, не стандарт, абсолютно не стандарт. Разыгрывает сейчас LNG моб.
поэтому не готов Егем. Таким выкрутасом, какие-то турнирные заготовки, вообще интересные вещи делает Гарик. Специально... Ой-ой-ой, улетел. Пишмит потратил здоровье. Пинка! Да. Да, это пинок, кстати, в стену очень хорошо тебя припечатывает. Тут повезло мобу, то, что криво было все. Выходит броском из угла. Да, выходит, и захват проходит, что самое главное. Я думаю, Гарик был доволен бы, если бы даже разорвали его позиция, которая была бы после разрыва. Но тут и зашла, так это очень вкусно. С2 снова спейсинг, полет низи, все-таки по блоку попало. Гарик готовился, скорее всего, уже наказывать там. Хигем. Отличнейший ДМ2 от Хигема, который может зарешать сейчас исход этого боя. Стена спасает, но ненадолго. Тут же Рейк на вертолет. 2-2, четко Хигем сейчас разыграл. ДФ 1 продолжает дальше с мячом. 1-1, вроде как целится дебаггером, да, но Гарик перебил ВС-2. Его сейчас пытается поймать своего оппонента Хигем, здесь поворачивая спиной его, обманывая таким образом якобы в невыгодном положении. Оказывается, нет, поймал, он еще и на рукой пососал. Здоровье слегка соперниковское, да, себе его сюда засосал буквально. Наказание, конечно, за эту вещь. И вот уже заход. Да господи, сын Нострадамуса, блядь. Сын Нострадамуса, что он сделал вообще? Он присел под этим захватом, да. Все 5 или 6 раз Хигем делал медовый вариацию. Тут наконец-то сделал захват, и Гарик съел. Вот еще опять раз. Захват. Не, да, не, ну уже. По-моему, зрячий абсолютно садится здесь моб. О, да. Хороший контрхит дебагерищ. Хороший урон. Дальше Йошимитсу скиллейки вроде как. Но нет, стенки нет, поэтому Гарик встает. 15 секунд до конца боя. Кто же победит в этом раунде? Крашит захватом. Какой-то невотрезка. Получается у Хигема ярость. Он ее использует, там попадает в цель. Да ладно, вдруг есть комбо. Боже мой, 6 секунд до конца. И снова Арс пронзает Хигема своей рукой. Какое-то безумие просто сейчас на экране здесь произошло. И дабл кио. А если бы это было 2-2, допустим, по раундам дабл кио, это была бы ничья, это была бы полная переигровка этого матча. Ну, конкретно, да, но у вас это точнее. То есть получается, что это у нас был пик со стороны Хигема. Хигем решил взять рандомную карту в таком случае. Ну ладно. Хорошо, хорошо. Ну, да, пока залетел. Хоп, кики еще. И еще добавки дал. Говорит, добавки, фэшбан тебе. Но жбан не... Ага, отличный степ тут. Ниндзя полет, летит Ларс. Опа, степил ДФ1, но не реализовал. ДБ1 три разыграл. ДФ1-ит ёшек. Ножом там своим бьет, пытается... Лосятик присел, попытался что-то нажать вертухой. По харе спрингачом вылетает. Рейдж-драйв не использует. Медовую вариацию здесь делает. Попытка сделать дебагерок. Пресечена. Нифига дебагерок там делать. ДФ4 у ёшка имеется. Ах, какой виф. Ну, все-таки успел наказать. Не полез дальше. Правильно сделал. Налетел бы на флеш сейчас. Опа-на, какое приседунство хорошее здесь. Да, и вот наконец-то уже он делает захваты, потому что сколько можно делать-то эти медовые, Гарик все время стоит и стоит. Кто будет дальше, подсел под захватом каким-то фантастическим образом, попытка наказать была, ничего, ни к чему не привела. Так, весь Йошимитсу по низу, сколько нанес там урона он Гарику. ДФ1, дебаггеры оборонительные, добавка, нет, в блок и этот самый хоп-кик тоже в блок, F2-4, наказание там. Так, ярости нету Хигема. Дебаут, ярость после дебаггера. Сразу раздражаем выстреливать. Будет ли бежать вперед? Нет, остается на расстоянии. Выцеливается, что-то есть ярость у Гарика. Может он что-то с ней сделать? Нету продолжения. Какие-то сетапы используют Хигем для того, чтобы вычинить урон. Да, и ДФМ4 останавливает прыть своего Дедушки Мороза, этого соперника. Лол. Пошли в ход. Колено. Виф наказывается. Такие вифпаниши. Тихонечко так полетели. Что это такое было? Это долгий удар по ногам. Это мы любим, говорит Гарик. И пробивает максимально мощную комбинацию, которая возможна здесь. Вот это грязь. Хороший гемп. Вот это, так сказать, вайфу паниш. Закрыл лол. И тут же анблок, блин, дебаггер просто сунанул туда. Боже, какой жирнейший контрхит. Сочно просто. Искры летят из глаз этого Деда Мороза, аж ярость у него включилась сейчас. Осадил, стоять, говорит, рейдж драйв полетел. Так, вот теперь присел в этот раз и получил по щам. Хигем, да, вроде бы и Йошимитсу там под стене, под стенами посильнее будет. Вот, однако же моб эту карту пикает из каких-то своих, наверное, соображений уже. Ну, решил уже, да, на ней сыграть, без стенок поиграли. Говорит, может теперь и тут подраться будет. Пока что переигрывает здесь Хигем, наносит немножечко урона здесь. Ничего страшного пока что. Пока что все сейфовенько. Пока разыгрывает моб своего соперника к стене, прижимает. Б1 в контрхит. Ну, хорошая попытка на вейк. Ну, нет, не повелся Хигем.
грызет просто, отгрызает кусочки здоровья, тает полосочка. Хорош сайдстеп, ДФ2 здесь, господи, как по книжке вообще все сделано было. Смерть ли? Нет, кривой. Ох, вот убьет ли? Да, хватило, прямо. Хватило дэмэджа, да. Прям, да. Сапатки просто прилетело форсятнику. В восьмой части там, кстати, скейлинг в момент рейджарта, он гораздо ниже, то есть там больше дамаг заходит, когда ты ульт прожимаешь, и с более рисковая эта опция, но зато на блоке всего минус 15. Да-да-да, если бы хватило дэмэджа, там, если бы Ларс выжил, там капец бы сколько здоровья бы ему нанесло. Нормально, ТСД ДФ2 залетело, просто где вообще столб? Нет, раннингами тут выстреливает. Пошел ты, говорит, своими раннингами, держи, хоп-кик, православный русский. И теперь я уже у стенки поиграю. Ммм, как вкусно, на тебе еще немножко. Ну что, ты еще живой? Давай, что ты дальше будешь делать? Грязь решил сделать, а я угадал, я закрыл. Вот так вот Хидим, что матчпоинт для него сейчас выходит, да, так? Да, получается матчпоинт в одном шаге буквально Хидим сейчас от того, чтобы пройти в гранд-финал по Венерам. Угу, плохо очень. Но так, медок. Брать ТРС это является довольно неплохим преимуществом. Что же дальше-то произойдет? Ох, опять хотел поймать его рукой, поссать здоровье немножко у него. Может быть, сейчас поймает? Нет, не знаю. Гарик уже потихоньку подползает, так близко не хочет. Говорит, Захарю-то схватит, блядь. Вытащит здоровье, не хочу так, чтобы происходило. Так, медочек с Драгонфлайда. Дебаггеры оборонительные. Отбивается воросятник, лечится, дерется. 30 секунд на конце боя. Шимиц встает, постоянно спиной. Немножко здоровье все подкачивает таким образом. Наглец такой вонючий. Что творит вообще? Колено, и там летит на Ларса. Ларс отбивается, ВС-2, плечища, вход, пошли. Здоровье очень мало. Хигема у стенки. Дальше Ларс пытается разыграть. Рейдж драйв выстреливает Хигем, к ничему этому не приводит. Так что делать 15 секунд. Потихоньку надо аккуратно отбиваться, не налететь на какое-то непотребство. Да, через ДБ 1-3 разыгрывает на рейнже. Не чувствую, как попало это вообще. Это да. Посмотрим, будет ли это камбэчное сейчас для моба. Мы уже видели ситуации каких-то невероятных камбэков на нашем сегодняшнем стриме. По хребти не надавал. Не было вифаниша сейчас за Драгонфлай, к сожалению. Идет куда-то Хигем. Хочет, наверное, вот так. Да, и делает добавку. ДФ 1. Ларас отбивается от тентакливого злодея. ВС-2 выстрелит, опасно очень было. Это мог быть контрхит, тогда бы не поздоровилось очень ларсятнику. Куда полетел, непонятно. Сайдстеп, ДФ-2. Да вот, когда стенки, стенка не ломается, кривой воспла спасает. Здоровья очень мало. Одна тычка буквально остается, как разыграть ФЦ, ДФ-2. Если бы у Ларса здоровья сейчас было чуть больше, это была бы смерть для Хигема. Но, извините, здоровья было у Ларса мало. И трейд. 1000 рублей. И комментарий Серафима. И Зератула. Калибр против Панакоты, Дисговард против Мастер Рейвен, карта, сук, маленькая, уютненькая, есть там где дотащить до стеночки. Да-да-да, дотащить и там прижать, прижмет ли гусятник эту девку-то там у стенки, зажмет ли он ее в арбузах или возьмет ли ее за арбузы, будет сейчас видно, мне кажется, хрен он ее возьмет за арбузы, она его сама будет хватать за все места. Так просто ее не одолеть. Ну что ж, будет видно. Побежала Мастер Рейвен, телепортируется колдун. Фаербулы ману накопил, фурюку настрелял. Сразу фаерболом атакует. Продолжает дальше напинывать бобень. Ну и вроде как пофиг, пока немножко там отняли из здоровья. Дальше фаерболами ее по низу. Да еще раз по низу, до пинка. По блондинистой башке пока лежишь. Ты что там расслабился-то? Мы тут с тобой бьемся за выход в финал там. Лузеров. Так. Дальше что? Нормально, Панакота завел. Ой, тут нажата была кнопка, и что это? И реверсал какой-то там вражал был калибром. Все тщетно, все в никуда. В жбан прилетело. Нормально локоть такой остановил прыть молодой тетке. Так. Какие-то перемещения просто в сторону там за спину, разворот. Ох, спину как сейчас невкусно. Вся комба зайдет, это боли, если еще и до стены дотянет. Кривой волсплат получился, правда, к сожалению, для калибра. И, к счастью, для Панакоты. Найс, контрхит здесь под яростью. Ну, очень сложно вернуться, конечно, будет в игру и камбэкнуть, это уж точно. Особенно, когда пинкала такого в ряху дают. Но все, 1-1 становится. Нормально такой ножище дотягивается просто с полэкрана у этого гусятника, да? Ой, бэкдэшил хорошо, постоянно пытается на локоть контрхитовый насадить, да еще раз. Это как паниш, как будто бы сейчас было. Дальше немножко дэмэджа вычленяется, этой ситуации уходит стелс, разводится со спины. Неплохо все пока у него получается, калибр отбивается, пытается отбиваться. Пока что налетает на все, что можно налететь. Ну, замедлил немного. Да, хорошо, что видел, что сконфермит. Хотел, наверное, добить там как-то, не получилось у него летящего в воздухе поймать. И тут тоже не успел поймать.
успел затриковериться Панакота. Уходит постоянно в эту вещь, не может калибр его оттуда достать. 20 секунд до конца раунда становится. Ребят продолжают перемещаться из угла в угол. Панакот заев наказ, включается яростью калибра. Спину под яростью пролетает все, что можно. Это смерть. Сейчас, если сделает калибр все верно, делает рейджард, добьет ли этот рейджард? Сейчас вот это просто, потому что был волсплат, этих ударов очень много нанесено. Добивает! Китайские буквы красивые на заднем плане можете видеть. Офигеть! Какая красота! На тебе леща волшебного. Пинка тебе вот обыкновенного пенделя просто тебе дается. Так, подсечка еще раз легся здесь. Так, давлеет, давлеет, ниндзя, давлеет. Аккуратно калибр отходит, прицеливается, делает лоу, но лоу было видно. Спасает стена, не дает комбину сделать с этой лоу. Хороший бэкдэш здесь, точнее сайдстеп. По ногам есть ярость у калибра, есть ярость. Ай-яй-яй, одна тычка остается опасно. 2-2 становится, господи, напряженнейшая драка, опытнейших профессионалов. Вот это пинок контрхитовый, это пинок мощный, сочный и очень невкусный. Огромное количество дэмэджа на стенке было нанесено, полстроки уже ушло. Каратистский удар, не особо много не нанес, захват разрывается, пытается как-то биться. Уйди, говорит, от меня, ты ниндзя, прыгаешь здесь, как отстань. Блок, не было паниша здесь, зато налетает сейчас на контрхитовый вот этот вот, да, комба здесь с жаглом последующим, доводка ли до стенки, довел. Как четко калибр разыгрывает ситуацию. Молодец, задрочил. Опа-на! Захватом ты туда сбрасывает. И пинка по ноге, пока долго думала. Думать надо быстрее гонять потом. Да. Ну, не, нормально все как бы. Более-менее, да. Ну, по накоте как бы очень тяжело тоже. Ну, Винстрик десятка за себя говорит здесь на таком турнире. То есть практически без поражений у нас по лузерам прошел калибр. Его в самом начале скинул... Блин, уж не помню кто... Кто-то его скинул такой очень мощный и сильный. Не волкептер ли? Ну да ладно, не помню уже. Не будем уже называть тут. Так, ну что тут? Наказание имеется. Отстепил. Просто отстепили. Вот одну ситуацию проиграли. Захват отстепили. Да, повезло сейчас, что ошибся калибр со стеной. Иначе было бы очень много урона. Подсечка воздушная. Останавливает фрыть гусятника. ДФ-1 там он пробивает комбины. Ой-ой-ой, куда закрутилась? Гарантия! Просто сконфермил эту гарантию, туда сунанул вообще. Отлично, Панакот сыграл в этом раунде. По башке помланит. Подседунство наказывается, конечно, за такие дерзости. Ухрен, ты, говорит, не это делаешь. 4-1 постоянно. Гарантии вот эти вот сумасшедшие. Продолжает и дальше пытался тоже по лежачему попасть, как в фильмах про каратистов. Укатился в сторону куда-то калибр. Пытается на контрхитовую ногу нижнюю насадить соперника. Но нет, Панакот в свою очередь тоже локтями хреначит. Пока что не попадает. Захваты рвутся. Завив, наказывает этой вещи. Продолжает дальше давлять. Есть ярость у калибра. Будет ли он что-то делать? Да, он продолжает просто бить под яростью, ничего не делая. Но эвейт ниндзюцуский останавливает наглость, которая летит. Закрыли низ, подкинули вверх, и тут все по старой схеме действует. Лещ волшебный, немножко магии под конец, синева озаряет Нишима Дадзё просто, и ниндзя там это в углу уже жмется, все-таки как-то умудрилась она ускользнуть оттуда, пытается гусятника в угол теперь запихнуть. Ну нет, гусь сразу же ее на стену, оптималки неплохие, все-таки стена спасает, есть ярость, ярость работает, дэмэджа неплохо наносится, под макс модом летит гусятник, волшебство, фаерболы свои стреляют, колдовство какое-то, не кончается мана у него, ДФ-1 нет. Пару медочков и лоу, да, классика, классика. Завалилась бобень, завалилась тяжкой. Все-таки, да, плюсы не жмет. Посмотрите, пытается как раз водить, пропускает ход Панакота, там даже не смотрит, точнее, что делает соперник. Контрхитовая тут, просто какая-то жирная плюха прилетает в жбан. Гусю в этом трейде, он уже в углу здесь. Раздолбали весь пол, доски просто валяются по всей карте. Так, теперь Панакота в углен. Все время локоток он настаивает, на локоток хочет локоток. А гусятник просто максмодовской коленой, фареболами подсирать там не забывает. Закрывает там лоу эти мощнейшие. Ну что, говорит, как ты там себя чувствуешь? По шее просто дает, укатывается. Еле как Панакота, здоровья уже нет, хотел сказать. Забивал, мало, уже забивал нет. Просто здесь на вейках со своими медами, не угадал Панакота, встал неправильно. Получил в итоге минус раунд, и у нас 2-2. Ага. Хорошо, что не контрхит сейчас от этой ноги. Постоянно гусятник на рейнже на контрхитовой ногой бьет, потому что соперник подходит поближе на удобное расстояние его для джебов, а там контрхитовая нога как бы крашит все это дело и пользуется гуси этой вещью. Так, что, говорит,
Не сидишь, ну нагр тебе лоу. Аккуратно пытается разводить по накоту. Чуть-чуть рискнул сразу же. Колено максмодовское. Лещи волшебные. Синева. Огонь. Огонь просто летит. Волшебный колдунский огонь. Тут герой из доты продолжает нахлестывать. Просто получится ли нахлест. Рейдж драйвом летит. Нижние вариации. Провифывает ноги. Там руки дебила, ноги дебила. Ну, четверка. Калибр собран. Калибр у нас целится на топ-3. По накоту должен здесь камбэчить. Мы знаем, что он умеет это делать. Вот, и вполне может показать даже такого соперника, как Вячеслав Новиков. Так, так, так. Оплеухи начинают подключать волшебный калибр. О, хорошо, хорошо. Отстепил фаербол. Не смог продолжить. Подпокивает на низ. Локоть закрывается гусятниковский. Деф один степит, степит. Постоянно смещается калибр в неудобную сторону для панакоты. И отбивается от этими ершами своими. Захват разрывается. Не трогать, не брать меня. Вот ничего не делает. Смотри, что будет делать оппонент. Ниндзя не успел поймать. Хорошая попытка была поймать, кстати, за телепортацию. Надо знать, что делать против этого телепорта. Чуть таймер не попал на самом деле. Прямо канкан вообще жму. Может, не есть. Может, не совсем правильно. 10 секунд до конца боя. Панакота пока выиграет по таймапу. Сейчас калибр, скорее всего, будет рисковать. Будет принять. Да, уже теперь. Уже все, да, все. Недолго музыка играла, так сказать. Свалил максмод сейчас. Но главное, что забрал раунд в итоге. Но остался добрал, без метра на раунд следующий, что довольно неприятно для Индиза, как метрозависимого персонажа. Тобой за третье место, между прочим говоря, кстати, на секундочку. Да, да. Я же говорил, что 2-0. Да, 2-0. А вот и стена. Как ты тут, на стене? Как ты себе поживаешь? Урона нормально тебе. Укатывается, пытается уйти от него. Ну куда же ты уйдешь от колдуна? Ведь его колдовство незримое, невидимое настигает тебя везде настигает. Ну нормально, отбивал-то на самом деле по накоту так. Нормально натыкал там. Давай-ка дальше. Ты конешь, может, еще в спину. О, господи. Там как-то неудачно очень бэкстенд слышал Панакота. Нет, видят. Пожалуйста, нет, говорит Панакота. Ну за что? Я же просто вот, да, чуть-чуть ошибся. А гусю пофиг. Чуть-чуть ты ошибся или сильно ты ошибся. Кривой волсплат или не кривой волсплат. Нормально или нет. Гусь и его комбы работают всегда. Вообще неважно, есть ли стенки или нет. Дэмэдж примерно всегда одинаковый. Просто по свинье, так сказать, да. Свинеет. Там 10 тысяч миллионов лоу сейчас было одинаковых нанесено. Но, тем не менее, особого профита они не принесли. Панакота продолжает как робот. Всю игру играет, делает лоу. По башке, по белесой. Пока валяется, там-то гарантия. Не доделывать здесь. Так, есть ярость у гуся. Не контрхитовая нижняя нога. Это было, должен Панакота быть доволен. Полностью волшебство какое-то впихивает. Не получилось их панишить здесь. А гусю это было бы фатально под яростью в данном случае. Даже учитывая, что здоровья было очень много Панакота, мы знаем, какие мощности комбы у гуся. Они просто сумасшедший урон. Так, не получилось колесо сделать. Не получилось. Так, уходит куда-то назад. Опасно очень. Какой-то темп игры увеличился как будто немножко. Мне кажется, степеля. Ну, стандартно вот это вот, как Калибр любит вот эти вот вещи разыгрывать. Посмотрите, там буквально степл, чуть-чуть там спиной повернулся Рейвен, и Панакота просто в спину вот эту всю комбу получает. В итоге и отправляется, да. И 3-0 общий счет по боям. Шаги. Да, в шаге, Да, в шаге от призового места у нас Панакота здесь остановился. Я считаю, что все-таки был он достоин получить как минимум утешительный приз. Но будем надеяться, что слепить мобы или все-таки наигранность Ларсовского лейлиста окажется сильнее. Но у нас здесь выходит рыжий демон. Продался, да, кума в пользу 2D, у нас здесь калибр. Достает свое секретное оружие, мы видим, что на акуме он периодически чекает на знание матчап различных соперников на ВК-плей турнир. Ну и здесь сейчас пробует против моба также сыграть, потому что с Дизом наигранного моба хорошо. Вот, и против Форза, да против самого калибра тоже, а вот акума почему бы и нет. Вполне могли многие подзабыть и подрасслабить этот матчап, потому что Акума очень надеюсь, что 8 не будет. Да-да-да. Ну что ж, демон просто с преисподней вылез на этот пляж против Деда Мороза, собирается биться в финале Венеров. У нас здесь
CS 2 проходит, стоит, Ларс не лезет, смотрит, что дальше, как он будет делать, еще может драгом этим панчем ударит. А вот он-то наказал, он сейчас дальше давляет, атакует, Ларсятник прыгает, скачет, тоже опасно, не успевает завив наказать, здесь конфермит это Гарик, что завив не попало. Локти, ход уже идут, ДБ 1, 3 разыгрывает, ВС 4 стоять, по красному гребню там прилетает, дебагерочки подключать немножечко надо. Ну а Куминатор, да, тихонько делает свое дело, да, сконфермили, но тут вертушечка быстро после лоу, ой-ой-ой, какая грязная лоу, дальше продолжает атаковать, здоровье. Очень мало его уже нет, просто вы пропускаете одну лоу, которую не видно, если вы не сидели, то вы уже все летите где-то там в облаках, вас демон просто мутузит там по всем фронтам, вообще во все места, какие только можно засунуть в свои руки, какие только он может места. CS2. Пошло. Полетел Куминатор, но нет, не стал что-то побоялся, говорит, даже не буду, аккуратненько. Он фаерболами постоянно стреляется, просто вообще, фаерболами просто мочит вообще. Все время не попадает в блок, то приходит редко. Так, 1-4. Куда ты? Куда пытается постепить, как будто почувствовал. Какой-то дэш в лицо какой, да? Угу. Вообще, как он задэшился-то? Через кэнсел атаки, да, там прячешь свои анимации в эти. Ну, Гарик тут вроде как мочит, но трейд не в пользу Гарика, есть ярость. Так, и сейчас долетел. Ну, красный рог и китайский бук, посмотрите, не добивает. Одна тычка остается. Что будет делать Ларс? Летит Ларс вперед, не долетел. Боже мой, господи, не хватило. Что там произошло? Там армор, что ли, сделал у нас моб? То есть такая-то вспышка такая была, или акумовская вспышка была? Там драйв какой-то сделал моб, и просто РД пытался перебил ему, да. Сделать, потом перебил ему. Да, а потом дикджет на ДФ1 в пользу акуминатора здесь. Мне там армор просто померещился, как будто. Да, ну по Сракину пробивают мощно пробивают по Сракину сейчас. Мобу, Сракин уже красный весь, тяжело. Да господи, держал, говорит моб. Тут немножко. Что это за непотребство происходит? Харада, мы звоним тебе. Боги видеоигр сегодня на стороне Калибра, но это еще не победа, вот она. Просто несколько непотребств. Так, бесконечная арена. Будет бегать, будет в долгую играть с Куминатором. Дэш в лицо. Смотрит, что будет делать Куминатор. Куминатор ножками своими босыми огромными пятками пытается по Ларсу попасть. Приседает Ларс ловко. Чешет обувь, но обуви нет, поэтому дэмэджа не наносится. Там надо чесать обувь, а не голые ноги этого демонюги огромного 46-м размером. Ай-яй-яй! Ай-яй-ой-ой-ой! Что же происходит? Немножко гадости, слегка пакости сделать. Ах, приседает. О, хорош, опять Мацвей, это контрхит. Уже не первый раз и не первого противника применяет моб, и очень удачно. И... Ага. Ай-яй-яй, присел с клингачом в лицо. Тут угадал, потом дальше не угадал, летит Куминатор, бьет всем подряд, чем только можно. Абсолютная грязь и непотребство происходит не по текинским правилам здесь. Господи, боже мой, бедный Гарик Моп Ларс. Да, тяжело. Куминатор идет, давлеет. Просто этот демон, сатана спустился сюда и бьет обычного смертного Деда Мороза. Говорит, не хочет, чтобы он праздник нам принес. Бедный Ларсятник, как тяжко Куминатору красноголовому противостоять-то. Ну, вроде противостоит немножко, отбивается, дерется, пытается, сражается как-то. На тебе, в жбан, не побоялся. Что делает? О, господи. Б4. Ай, не добил. Мог там сейчас по-другому сыграть. Одна тычка буквально остается. Летят фаерболы, есть ярость у Куминатора. Очень опасно. С одной комбы он может сейчас убить. Есть еще метр, ко всему прочему. Закрывает ДБ-1-3, но налетает на ДФ-1. Будет мороз в фасе в этом раунде. Дальше что будет? АВС-1. Нет, на тебе в мордас. На тебя еще. Ластик убивает, сука, не подходи ко мне, господи, сатана. 1-1-1 в контрхит прилетел, и тут он кнопку нажал, успевает аж два раза в динамик энтри, Ларсятник там уйти для того, чтобы камину свою сделать. Весь дэмэдж, который есть, вливает просто в пятки босые этой сатане. Продолжает дальше по этой демонюге хитрой бить. Ну, о, флот по демонюге произошел, и по пяткам, по лысым бьет его. Здоровья мало становится у Калибра, он пыжится там стоит, дикжебом перебивает. Ой, кстати, вот максимально расслабляться здесь мобу не стоит, потому что даже на такого хп при наличии двух баров акума может весь этот лайфлинс нанести буквально с одной там нижней тычки, очень-очень быстрый. Наказал фаербол. Нади, говорит, В2-1. Так, 2 метра сейчас у Куминатора, обратите внимание, он с 10 фреймов может залаунчить. Полетели! Да, полетели, минус 1 метр, летим, Ларсятник пока пьет воду, пока его буцкают, там просто рожей в землю, пьют воду, пока по Сракину его там пробивают. Ой-ой-ой, как это четко было сейчас со стороны
калибра сделана, специально он как будто это сделал для того, чтобы сесть потом под армором. Ларса есть там такая трапа, дебаггеры пошли в ход, ярость есть у Ларса, метр пока один у аккуминатора имеется, ДП один и все подряд, там от моба уже рейдж драйвы летят, ничего не прожимает дальше, смотришь, чтобы дальше пострелять, под ДП 1-1, отлично, да еще, многоумного человека, это смерть сейчас запороть такое, нельзя после того, как ты наиграл 10500 боев на Ларсе. А Ларсятник в шубе Дед Морозов против аккуминатора в каких-то лохмотьях. Начинает биться прямо посреди этого базара. На тебе по ногам. Стоять. ДФ1. Ох, фаербол. Ну вот не наказывается огненный фаербол. Это не получится. Ларсятник жмет, как никогда. Жмет в гаре, как никогда. Жмет Ларсятник. Он хочет побеждать. Хочет убивать. Осаживают прыть молодого наглеца просто в ухо, ногой, пяткой прилетает. Дальше, посмотрите, не делает ничего, смотрит, что делает соперник. Информацию собирает. Надеюсь, собрал достаточно. Пинками просто в живот. Стоять, говорит. Бежится, опасно, страшно. Ну, Ларс тоже ловкий, прыгает, как в цирке, да, цирковой ларсятник. У Гарика такой, здесь, да, здесь урона достаточно для того, чтобы раунд забрать. Налетает на какую-то хрень. Ларс там тяжело ему. Ох, опять снова в ухо дали. Вот только моб нажимает кнопку, сразу в ухо прилетает, вырубается Ларс, в мешки его кидают, мешки смягчили падение. Так бы тяжелее, конечно, и больнее бы было. Пошли какие-то атаки вертушкой просто, куда полетел стоять. Комбиться, все, что можно. Дайвкики, прыжки от огненного сатаны, от этой. Титас пытается отбиться, как-то от него к стене прижать. Постоянно пыжится, аккуминатор аж плитка. Он подлетел просто под его пыжни. Да, снова в ухо, снова пятка-то, снова дэмэдж, снова урон, снова полетели. Лоу вариация в медовую переходящая. Дальше там огонь, просто огонь горит. Не подождите, в палатке и так жарко здесь. Что творится-то вообще на этом рынке? Просто полетели пинки, полетели атаки. Здравствуйте, артбласт называется удар. Лаунчер Ларсятника, да вот, когда стенки имеются. Урон тоже на полстарки примерно есть. Дальше пытается вейки разыграть. Хреново вышло разыграть. Ларса их дерет, сражается. Сочно, кричит Гарик. На РНЖ пытается, кстати, калибр постоянно вот этой опять ударить вертушкой для того, чтобы Гарику в ухо дать. Хорошо, здесь подсидунство произошло. Есть ярость у калибра. Что он будет с ней делать? Гарик мочит просто, понимает, что если сейчас одна тычка пройдет по нему под яростью, все, хана. Вот, поэтому надо жать, не боится он Dragon Punch почему-то. Он был прав в этой ситуации, продолжает дальше давлять, атаковать. Раунд пока что один забрал. ДФ 1-1 подсидунство под вторым ДФ 1-1. Закрывает и грязный лоу. Ой, что-то не пошло не так. Кривой угол, видимо. Так, наказание захватом. Боже мой, ошибка от Гарика была сейчас. Я думаю, что это был мисс инпут, потому что он пытался жать F1-2, я уверен. Ну ничего, сдаваться нельзя. Наказание за вертушку. Нормально все. Так, аккуминатор давлеет, идет вперед. Есть флот у аккуминатора. Возможно, это раунд сейчас, если не ошибется. Не ошибается, конечно же, видит, что можно за ноги. Дает, на самом деле, там скиллинг такой сильный. В итоге, хороший. О, хороший лоу-пэк сразу на старте. Пошла. Поймал жирную ногу в начале. К стене прижимает. Ой, это волбаут. Оптималочки какие здесь. Оптималочки крутые. Да, еще разочек. Да, в капусту, в кальяны там. Ярость включается. Опасно очень сейчас жать. Но Гарик тихонечко выжидает. Полетел аккуминатор. Все, прожимает все, что может. Гарик тоже тычет. Одна тычка сейчас. Надо как-то нажать. Он пытается что-то сделать, но не по прямым. Калибр пользуется этим и на моментами пытается дальше игру забрать. Есть ярость у него на одну тычку буквально Гарику. Осталось его победить. Очень опасно, напряженно. Здесь и ДФ один на РНЖ. Наконец-то заканчивается качели. Может быть, он считает, что моба против Визы наиграна лучше. Ладно. Возможно, на игровке матчап хочет протащить, я не знаю, но все, каким мыслью калибра, потом спросим, да, после боя. Да, Ларс пока как бы турнирный Т2 пока забрал. Да, вертушкой оборонительной пытается остановить Дедушку Мороза. Наказывают, конечно, здесь, наказывают за вылет. Четко Гарик доводит, все, не ошибается. Ну, на одну тычку буквально здоровится, уже на две, уже вообще там на микро, простите, да. Очень-очень тяжело было там как-то даже аккуминатор. Посмотри, покрашил он просто подсечку ему ДФ-2-1. Полетел сразу аккуминатора, как только возможность взлететь появилась. Он быстро к земле обратно присел, приземлился и продолжает уже на земле. Да, контрхит, полетели, пошла комбинация. Ох, ошибка была сейчас от калибра с таймингом, немножко ошибся. Аккуминатора там тайминг важен в этом моменте.
Да, вот и тут наказания не было. Ну что такое? Вот, мне кажется, на гусе бы таких непотребств не происходило. Но подождите-ка минуточку. Здоровья у Гарика практически не осталось. Фаерболт, ты что там прыгаешь-то на расстоянии? Я ж кидаться могу огнем. Ты что, забыл? Я же демон. Сатана. Так, ой, обоюдочка. ВС-2 ларсятника. Ноги там босые, просто подметают землю. ДФ-1. С динамикой от единицы там. Ах, какой я перри тут, что ты тут пытаешься мне по моим жирным ногам, что ли, нахлестать? Нейтральные джебики, огнем в конце, ух, огнем, но до стенки это не доводит. Ларсятник коленями отбивает, контрхит залетает, это все полностью перезавес. Посмотрите на урон, его очень много здесь, как сочно вылетает Гарик с рейдж-драйвом, выпрыгивает, стреляет, ДФ-1, оба игрока чешутся, обувь налетает на подсечку, но она его не убивает, фаерболы на РНЖ, ох, как Гарик пролезает, контрхит. Плечища, локоть, пошла комбина, стенка, здравствуйте, вот она, я Ларс. Ой, чуть-чуть ошибается, здесь ДФ-1 не добивает, одна тычка стоит. Ну и тут не добивает тоже, что же делать сейчас, 12 секунд до конца боя, нету ярости пока. У калибра, и он решает просто подбежать и сделать лоу, да, правильное решение. Оказывается, ну, результат. Быстрый удар, в случае наличия метра, может вывести на комбо здесь, если, скажем так, сканекс нормально. Ага. Вот, опять это вертушкой, смотри-ка, этот красный вертушкой просто это. На тебе подножку, что-то ходишь тут рядом со мной. Не подходи ко мне. Я дурак, я могу подножки, говорит, делать. Я могу вот пыжиться вот так на расстоянии, вертушкой бить. Лоу. Ой-ой-ой, пошло, да, пошло. Залетела просто одна. И пошли вот эти вот. Сколько урона, где вообще здоровье? Боже мой, простите, пожалуйста, меня. Ой-ой-ой, Деда Мороза, нехорошо. Деда Мороза очень плохо. Бьют его, мочат. Но он все равно выживает каким-то образом. Дрейдж драйвом выстреливает, ничего не делает дальше. Одна тычка буквально остается, захватом промахивается. Аккуминатор уходит в далекое расстояние вообще. Он уходит в оборону, 15 секунд до конца боя. Ну, Ларс, захватом, не разрывается захват. 1 секунд до конца боя. ВС-2. Ой, промахнет. Господи, боже. Просто мой, на последнем хп сейчас здесь затаскивает LMG моб. Вот такая вот камбэчная в пределах раунда. Может, конечно, быть определенным моральным бустом для нашего смоленского игрока. ДФ-1 просто аккуминатор. Он понимает, что ничего себе, у него раунд украли сейчас буквально. Он все сейфово пытался отыграть, но нет, слишком уж зареспектил своего соперника. А моб как автомат побежал. Ой, она залетала. Ошибся сейчас Галибр на самом деле. Но мог бы больше с этой ситуации вышли здесь. Захват разрывается, конечно же, Б1 бифает. ВС-2 попадает как на ноже. Бежит, Акума дышится на него. Лечища Ларса останавливает его, вылетает дальше. С медовыми атаками. Не подсел сейчас, есть ярость аккуминатора. Наказание здесь. Это может быть смерть сейчас. Должна быть смерть. Господи, это смерть. Действительно, и получается, да, что LNG Mob побеждает со счетом 3-1. И отправляет Калибра, да. Что тоже весьма-весьма неплохо. Ну что ж, а на ваших экранах гранд-финал, ребята. LNG Mob у нас вышел из лузеров. Нужно победить в двух FT3 сетах. Хидим у нас прошел по венерам. Еще пока не проиграл никому. Поэтому его сначала в лузера надо спустить, обыграв в этом самом FT3 сете. Вот. Выпадает инфинит сразу же. Что на, я считаю, на пользу мобу. Да. На рандоме. Так, что, да. Дед Мороз у нас новогодний добрался до финалов здесь против Тентаклио. Этого... самурая. Так, самурай. Пока первый first blood от самурая. И потом еще мечом покрутился там со спины, что-то пытается. ДФ-2. ДФ-2 и шумится. Захват! Налетел на захват оборонительный. Ни хрена себе, что творит Хигем вообще. Добавка тут не проходит. Ничего, так, ладно. Да, так он его вообще сделал на РНЖ. Моб сам на него подбежал просто на этот захват. Еще не ожидал, конечно, такого. Ну что, пока что просто полностью переигрывает моба. По полной программе вообще. Rage Drive полетел, все закрыто. DF1 тоже закрыт. Подсели здесь. Ничего себе вообще подсели. Просто под DB1-3. Фантастика, что Гигем творит. Бэкдэш, оборонительные дебагеры. Там, опа. О, еще по жбану, да, но в блок прилетает. Не знаю, как подойти пока к этому монстру, как с ним сражаться, пока проверяет, тычет, смотрит, что там вообще, куда там бить-то ему вообще, где у него слабые точки непонятные, на пришлении с какой-то дерется против него. Так, Дед Мороз. Дед Мороз смотрит. Уходит Хигем в обороне вообще в очень таком размеренном ключе боище проходит здесь на самом деле. ДФ-2 на РНЖ просто стоять. ДФ-2, привет. ДФ-2 зашло, ДФ-2 сконфирмлено, дэмэдж нанесен. А ФФ-2 от Ларса, не улетел Ларс на ту сторону, но тем не менее дэмэдж все равно неплохой. И с этой вариацией комбы есть. Валит соперника своего, не побоялся флеша здесь, напинал там немножко лол, кто-то начинает пинать.
Ага, посмотрите-ка, что творится-то вообще. Продолжаются разводки с помощью Dragonflight. Ой, нажал кнопку-то, Rage Drive сейчас, одна тычка. Да, за 2 секунды. Проходят такие, это DF4, здесь медовая. Очень опасно вообще было. Как этот с разбега-то раненько зашел? Не что Гарик что-то нажал там, наверное, побоялся. Постоянно выходы в Dragonfly, оттуда разводки, вот мы можем лицезреть. По ногам почистили. Оп, еще раз по ногам, вот не попал куда-то. Помочил только руку об воду, там ларсятник сейчас здесь. Рукояткой по жбану в блок. Крутилка. Колено наказывает джейбиками за колено. DF1, CS2, все в блок пока. Пока просто. Покоят, ребятки. DF2 опять оборонительная на рейнже. Не было контрхита на нижнюю ногу. Ну, хотя бы на нижнюю, хотя бы она попала у Ларса там. Стоять, куда летишь? Dragonfly по жбану. Опасно, еще раз жбан. Неужели еще раз жбан? Dragonfly не стал делать. Ларс вылетает с рейдж драйвом, ничего не делает. Кишемит убежал в сторону, хотя вроде немножко подождал Ларс. И один, да, и один там был этот самый, да, ничья одна была. Да-да-да. Так, да, Ларс меняет постамайс. Да. Все, Дед Мороз ушел. Пришел Джорджо. У нас Джорджо в кепочке пришел. Ой. Ай-яй-яй, проткнули Джорджо прямо туда ему, да. Опа, джебиком перебил, не побоялся. И тут в лес не побоялся. Вайфу паниш, здравствуйте. Я, говорю, так могу позволить себе вас наказать своим мечом, пока вы сделали мне минус 11-фреймовый лоу-то всего лишь. Но Ларс рвется вперед, рвется к победе. Ой, вифает, копчик наказывает. Ларс, завив здесь. Ничего, наказание есть какое-никое. Обменялись там по ногам, друг друга ударили. ВС-2 постоянно разыгрывает ларсятник. ВС-2, дефенит, хорошая попытка сайдстепа. И лаунчер, но налетает на непотребствие. Шумическая нога и нож. Ну да. Тут помрешь после такого, конечно. Ай, жирный лок. Контрхитовый. Напинывает, да, по пальцам этим. Омерзительным железным ароматизированным йошемитским пальцем бьет ларсятник. Нормально Джорджо разошелся, просто разогревает по полной программе тентаклевого человека. Да, 1-1 становится, ничего, с перфектом, быстро-быстро произошло. Есть, конечно, тоже нож у этого, у Ларса, будет ли он его использовать. Залетает дебагерище, разводки полета не приводит ни к чему. Крутилка по ногам, еще раз по ногам, третий раз по ногам, ну нет, уж третий раз не пойдет, уж здесь отпыривает Джорджа этот низ. Дальше вперед пытается. Да, флотит. Тут демеджа отсюда вычленяет. Не так уж много, но тем не менее неплохо. Подбегает и смотрит, что делает оппонент. Приседает, встает. Оппонент крутится, бьет коленами. Пытается ножом. Ярость включается. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй, какая непотребная ситуация произошла. Ох, господи, раз наказали его за это тык кинжалом. Только один раз это в основном на ВТФе работает. Как-то потом уже соперник оказывается готов. Ну или не готов, но в всяком случае моб здесь оказался готов. От степа наказал, хорош. Засветилось озеро аж здесь. Да, нормально так сыграно было. Так, по низу. Медовый пинок закрывается. По щам нет. Ой, ой, как хотел Гарик. Так, как сыграть-то хотел? То есть он в спину, если эта рука заходит, там есть некоторые гарантии, но не получилось у него разыграть эту ситуацию. И быстро свои руки тентакливые берет ситуацию Хигемы, начинает как бы давлеть, пытаться в обратку сыграть. Но нет, не получается ничего. Захват ногами, как обниму тебя ногами, а расвяжись там в АЕ. Здоровья очень мало у моба. Попытался он рейдж драйв разыграть, но пальцами вот этими, да, мерзкими голыми, железными остановили просто его. Стоять, говорит, пальцами дальше. PS4, нет, DB2-1. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится-то вообще? О, блин, прямо в челюсть прилетело. Ларсятник, как кепка это с него не слетела. Сейчас после такого этого пинка-то по щам. Пытается подойти, посмотреть. Подойти. Так, все, Dragonfly, свои CS2. Ой-ой-ой, что хотел сделать? Это факабли было или нет? Захват КС-то рвется. B1 тут же моментально еще локтищем там по оппоненту. Dragonfly, тройные канцелы. Захарю за хребет тебя. На тебе, что-то... спиной ко мне поворачиваешься. Что-то прям упор. Нет, большой пошел делать. Ну, потому что он делает это для того, чтобы поймать его, когда он спиной поворачивается. Для этого он делает грэп, потому что его не порвать спины. Ай-яй-яй-яй-яй. И на этом наш турнир окончится. А в случае победы LMG Mob ему нужно будет, во-первых, выиграть 3 сета, во-вторых, это будет лишь первый FT3, который он выиграет. Так что турнирный путь еще весьма длинен и тернист. Но зато там может быть сменить персонажа в перерыве между братьями 3 сета. Гибагерочек подключился здесь. У нас Карсенал. Ой, не попали там рукой, по полу ударил. Ой, F4 попало. Ну, нормально пока что, закрыто.
Закрыта лоу гадка. Стена не пробивается для того, чтобы вот такие вейки сделать. Так, есть ярость у обоих игроков. Рейдж драйв от Хигема и армором завершает раунд. ТЛНЖ моб здесь. Оказывается, прав, сделав этот армор шпрыть. А слишком распередился Шмидт там. Колено контрхитовое, невкусно. Дэмэдж имеется, дэмэдж достаточно большой. У стенки еще больше невкусности сейчас ждет моба. Но он умудряется как-то уйти оттуда. Еще коленом контрхит прибивает. Не реализует ситуацию, к сожалению, для него здесь. Зато F4 в контрхит прилетает. Все четко пробивается. Стена спасает Йошика. Там вы гарантированно тут не подбегает. Дальше моб боится ноги дебила, правильно делает. Ой-ой-ой, все, и просто все заряжает, включается ярость. Будет ли что-то с этой яростью делать? Одна тычка у него буквально остается. И нажата была кнопка после четверки Гариком. И он по фреймам просто не имел права ничего жать. Так, 1-1 на твёршика. Удар мечом в жбан. Колено тут же выстреливает. Как подать, играет Хигем хорошо. Не опасно. И да-да-да, налетел там, не реализовал Гарик. Сыровато как бы. Ой, в пинок, блин. Я думал, там канкан. Ну, нет, был пинок. Закрыл здесь, ничего себе, наказал. Как это вообще быстро все происходит. Я даже не успеваю поспевать вообще за тем, что делают бойцы. На каких скоростях бой проходит. Даже вообще с ума сойти можно. Так, четверочка. Ну, да, блин, сказать, к анимическому стилю, который нам, допустим, тот же Митни с Битерсом демонстрировал в какой-то момент. Здесь прям турбо реактивный. Хороший замес. Ну, ставка была, да. Mm-hmm. Замес, да, действительно, Брав Зератус правильно говорит, просто рубится вообще супер быстро. Контрхитово это. Но это именно стиль игры, который навязывает Джин, который навязывает моб за Джина. За Джина так и нужно играть. Нужно играть все-таки больше в атаке. То есть он за Джина играет примерно вот как в стиле Ларса, я бы сказал. Да, ну да, так за Джина можно так играть. Это поощряется, в принципе, в игре за Джина. Посмотрите. Рукоять меча пронзает просто репу Джиннику. Блин, да, дальше продолжает, не приседает, оказывается, прав здесь. Очень все плохо сейчас, это смерть здесь, матчпоинт для Хигема, становится турнамент, поинту даже. Ну что же, справится ли моб с кентакливым непотребством этим, или сейчас отправится в могилу, как и все остальные соперники Хигема. Захват выбирается в этот раз с Dragonfly, останавливает стойку здесь Джинника. Так, тихонечко начали как будто играть, чуть помедленнее. Захват не разрывается. Будут вейки сейчас после захвата. Это включается ярость у Хигема. Встает, выстреливает сразу рейдж драйвом. Остается дальше стоять вдалеке. Опасно очень, не нажимает. Гарик правильно делает. Бло, так и просто тихонечко, да. И оказывается прав, не дает. Ну что, это в обмотках, в черных какой-то прямо из пустыни просто вылез. Весь потасканный, погрызанный собаками и шакалами там. Может быть, граната рядом взорвалась на в этом огромном страшном военном военизированном городе, да? Джинник дерется, короче, с этим роботом. Наказание в плюс там лет... F4 работает очень хорошо, F4 работает еще очень хорошо на рейнже, отличнейшее дебагерище. F4 работает, когда Эшумитс поворачивается жопкой и начинает кастовать вот оттуда вот свою вот эту молитву, которая дает ему здоровье. Поэтому... Джин тоже поэтому, наверное, нормально будет действовать. Ну просто все, что можно вообще, выливает Хигем. Все в блок при этом попадает. Закрывает всю Гарик и Б 2-1 стоять на рейнже. Хорошая опция. Вот Джинни, когда заканчивает раунд. Раунд выглядит хорошо. Здесь мог выйти хорошо в этом раунде. Нормально, четверка какая-то хитовая. Пошла комба. До стенки доводочка. Все по полной там пробивается. Дальше разводит. Еще и лоу здесь. Но стена спасла сейчас Хигема. Хигем должен быть доволен. Специально делает, да, вариация захватом меняет местами. И оказывается, теперь Гарик невыгодно положение здесь. После того, как это не угадал. Еще и съедает тему, которая волс вкладывает. И забирает. Ну куда ты встаешь? Ну конечно, тут, конечно, что то, что... То, ну да, вот такие подстенные сетапы с этим ножом, причем там разные продолжительности есть, можно покрутить поменьше, может подольше, нужно иметь четкий тайминг где-то все делать, привык, ну как-то играю, ой, подсосал хапанки немножко. Подсосал здесь, да, поймал на руку, это F4, посмотри, пытается F4 его достать. Не всегда она достает тоже, потому что делает шажок назад, и Шмидзу, два дебагерочка, грязь да грязь, как говорится, так. Но там пробивает такой на F4, что он цепляет очень хорошо, а если не хорошо, то все равно там ничего за это не получает Джон. Очень хороший дэмэдж пробивает здесь, продолжает дальше давлять. Неужели рейджар? Ничего не нажал. Конечно, не стал жать, да. Подождал. Моб. 2-1 становится, лоу. Ну что ж, медовое колено. Неужели это шаг к камбэку, ребят?
попахивает, возможно, возможно. Тут тоже что же будет? Ну, пока что Гарик неплохо очень на джинике справляется, очень неплохо разыгрывает. Да, флешем, конечно, спрингач наказывается. Башкой в клумбу прилетает, аж наломается там. Четверка, да, трейд в пользу Гарика, есть ярость у него. Пробивается комбинация здесь. Группа, комбо. Ой-ой-ой, дропнул, сожалею, комбо. Ничего, дэмэджа достаточно немало тут. И контрхитовая D4. Если как бы казино будет работать, оно будет, скорее всего, работать, то не очень хорошо Гарику будет. Хорошие попытки. От этих угадал, наказал. Так, здесь тоже угадал уже Хигем. Наказал тоже в свою очередь. Razor Rush здесь. Переходы в стойки. Страшные стойки. Так. Опа, дебагерок, как Вив Паниш. Как Паниш даже на этом рейнже просто сработал. Он нижние атаки. А вот тут уже вниз бить нельзя в этой стойке. Так. Закрывается все. Ну посмотрите, сколько урона. Слава богу для Гарика. Да, контрхитовая четверка. Потрачен был рейдж драйв и ярость на это все. Какая ошибка со стомбом сейчас. Успел Хигему скользнуть просто от этой руки, да, и встал быстренько, напинал. Так, переходы стойки, нижняя вариация здесь. Дальше продолжение, все не угадывает Гарик. Уже полстроки нету, буквально одну ситуацию он пропустил. Буквально там три удара каких-то пропустил, удар. И столько урона залетело за какие-то 15 секунд боя всего-навсего. Отбивается очень неплохо и старается, да, делать все, что может, но с этого, к сожалению, пока что недостаточно. Хигем переигрывает его и здоровье тает у Гарика. Дебагерище под рейджевой. Дэмэдж имеется, вейки сейчас, нет, не стал вейкать, под своим дэшем дальше маскирует свою атаку под ним. Четверка оборонительная. Рейдж арт, зайдет, зайдет. Второй, да, раунд, все, сейчас сделано, да. Очень быстрый рейдж арт, все сделано хорошо и грамотно сейчас. 1-1 становится. Вообще очень грамотно у нас рейдж арт использует, хоть редко, но метко. F4. Опа! Пошло, пошло, опасно, как, смотрите, что творит этот Джеки Чан, стойка пьяной пантеры, там, сейфовый хоп-кик, который только в контрхит дает джагл, жал что-то Гарик сейчас там, нормально урона получил, и тут на расстоянии что-то жмет, ну зачем же так рисковать, это раунд просто из-за такой ошибки на рейнже, какие-то вифы от Гарика там, опасно снова, турнамент, поинт для Хигема, и начинает с лоу перри, Гарик здесь, отличнейший лоу перри, достаточно неплохой дэмидж тут. Стал, на тебе по низу, лезет и лезет дальше, Джеки Чан тоже не стал продолжать дальше, с Razer Rush'а подразвел, немножко опасные вот эти вот хахастепы, потому что оттуда может быть дебагерок просто оборонительный по тебе прилететь, если ты достаточно близко подойдешь, и сейчас будет разводка, угадывает, одна тычка, да две тычки, все, поздравляем Хигема с победой здесь, Гарик очень неплохо держался, но Джеки Чан своей конфуистской силой побеждает в этом турнире. Да. Ну что ж, GG's, ребят, это был действительно эпичный бой, достойный гранд-финала такого турнира, как Купи Кот Кап. 3-2 у нас Хигем становится его чемпионом, занимает первое место, получает 50 тысяч рублей. LMG Bob у нас занимает второе место, получает 30 тысяч рублей. Давайте, кстати, ой. Сеточку с вами посмотрим, чтобы не быть голословными. Да. Соответственно, третье место у нас занимает Калибр. То получает 20 тысяч рублей. На четвертом месте у нас остался Панакота, произведший, можно сказать, сенсацию этого турнира, побивавший просто всех фаворитов, споткнувшись, к сожалению, только о Диза Говарда в исполнении Калибра. Вот, но имевший все шансы на то, чтобы войти в призеры. Что ж, в следующий раз, вот как начало он же написано, там, ты когда итоги турнира подводишь, вот, там, за четвертое место, в другой раз, может быть, в другой раз. Ну что ж, у Панакоты, я думаю, все впереди, так же, как у Битерса и Льва, занявшие пятое место. Вот, очень приятно видеть новые лица в топах наших турниров. Infection и Микки у нас не поделили между собой седьмое и восьмое место, наши ветераны стабильно заходящий топ-8, что-то пошло не так, молодежь протащила. Вот, ну что ж, огромное спасибо, ребят, всем тем 86 игрокам, кто зарегистрировались на этот турнир, огромное спасибо всем тем ребятам, кто прошли через сито чекин и приняли участие, огромное спасибо всем зрителям, вот, кто смотрел это на наших каналах на Твиче, на Ютубе и во Вконтакте, огромное спасибо Серафиму за то, что он со мной все это дело комментировал. Да, Зератул, спасибо, я присоединяюсь к каждому слову, сказанному Зератулом, вот, каждому.
Да, огромное спасибо ребятам из Купикот за этот замечательный турнир, то что порадовали они нас в преддверии Нового года таким крупным турниром с крупным призовым фондом. Напомню, ребят, что Купикот — это у нас сервис для пополнения кошельков Steam, для приобретения игр гифтом и ключами, а также в преддверии выхода Tekken 8 у них вполне возможно купить ключ со скидкой дешевле, чем в Steam. А по промокоду Tekken 7 вот, вы получите дополнительные скидки на их сервисы, и действует этот промокод в течение месяца, так что, ребята, у вас есть вполне неплохие варианты на новогодний праздник, если кто-то еще вдруг Tekken 8 у нас не купил, а есть такие люди. Вот, как да, мы все прекрасно знаем. Да, возможно, что Серафим как раз этим делом воспользуется. Я воспользуюсь 100% этой херней. Да, ну что ж, ребят, пора на этом, наверное, прощаться с вами. Поздравляем еще раз всех победителей, поздравляем всех участников. Играйте в Tekken, ждем Tekken 8. Все, всем пока, с наступающим Новым годом, счастья, здоровья, любви, удачи, успехов, всего самого-самого.